Вітаємо в Юніт-Сіті. Це місто ми заснували для того, щоб прискорити розвиток українських інновацій. Ми запозичили досвід найкращих інноваційних парків, щоб створити в Україні провідний технологічний центр Європи. Юніт-Сіті поєднує в собі 5 ключових компонентів – освіту, бізнес, інновації, життя, відпочинок. Перша основа міста – IT-школа Unit Factory. Майбутні програмісти вчаться за методикою французької школи 42. Наступний етап – відкриття дитсадка, школи, університету і технолабораторій. Серце Юніт-Сіті – бізнес-квартал із десятками тисяч квадратних метрів інноваційних офісів і коворкінгів. Тут резиденти парку отримують сервіси для розвитку своїх бізнесів, програми підтримки світових корпорацій, допомогу у фандрайзингу, акселераційні та менторські програми, лабораторії для створення прототипів та багато іншого. Корпорації тут отримують доступ до інноваційних рішень, ідеї для трансформації свого бізнесу, площадку для тестування нових продуктів. Юніт-Сіті пришвидшує доступ компаній до талантів, корпорацій, міжнародних партнерів та інвесторів. Мозок Юніт-Сіті – інноваційний квартал. Він об'єднує лабораторії, акселератори, дослідницькі центри для створення та тестування нових продуктів. Юніт-Сіті – ідеальне місце для народження спільних проєктів на перетині бізнесу, науки та культури. На площах міста будуть відбуватися ділові конференції, наукові виставки, фестивалі та концерти. Тут підприємці, дослідники та студенти знайдуть однодумців, обміняються досвідом та ідеями. В затишному парку міста можна буде відпочити на природі чи присвятити час спорту. В Юніт-Сіті буде комфортабельний житловий квартал. Тут для комфорту жителів цілодобово працюватимуть фахівці комунальних сервісів. А магазини, спортзали, садочки, школи і офіси будуть у пішій доступності від дому. В житловому кварталі Юніт-Сіті оселиться спільнота однодумців, в якій сусіди можуть стати бізнес-партнерами. Юніт-Сіті – місто в місті, атмосфера якого сприяє зростанню вашого бізнесу та реалізації найамбітніших ідей. Юніт-Сіті – місто інновацій. Здравствуйте всем. Я вас приветствую на мероприятии, которое посвящено, наверное, одно из самых новых направлений вообще в мире и вообще очень необычным для Украины. Это маркетинг в e-спорте. И очень приятно, что проводится это на территории Юнит-Сити. Это первый инновационный парк. И мало кто знает, что по факту изначально это должна быть одна такая большая киберарена, и только потом стартаперы отвоевали какие-то кусочки. Но не разрешили так пошутить. Надеюсь, что Бахматов и Ковер меня не убьют, когда приду. Вот. Но по факту как раз все идет к тому, потому что... Почему тут жилые дома? Потому что киберспортсмены после игр, они не могут же далеко идти. Они должны прямо здесь пойти и поселиться. Очень приятно, что такую активность киберспорт сейчас приобретает. Я innovation, руководитель инновационной лаборатории в Киевстар. И Киевстар тоже вот благодаря двум, в том числе сотрудникам, Олег и Константин, вот находятся здесь, проводили обучение стримеров, проводили чемпионат, и вот есть большие грандиозные планы по поводу киберспорта. И мы считаем, что молодое поколение должно не только прокачивать мышцы, да, но и прокачивать мозг, и киберспорт этому максимально способствует, в том числе реакции, в том числе создание команд, в том числе такая работа над собой. Я приглашаю наших спикеров, и первый спикер – это Андрей Чередниченко, Dream Team. Компания, которая выходила на ICO и собрала 10 миллионов, но вот раз. Больше расскажет подробности. Привет всем, спасибо, что пришли. У меня сегодня такая легкая вводная часть, потому что когда мы обсуждали тематику, вот о чем мы будем конкретно говорить, мы поняли, что это первый ивент в Юнит-Сити, поэтому мы откроем вводной презентации о том, что такое киберспорт, как он случился, почему развился.
я поделюсь небольшими цифрами и расскажу, что за проект dreamteam.gg, который мы делаем, почему мы его делаем и каких результатов достигли и с помощью чего. Итак, вот так, в принципе, появлялись игры. Я думаю, многие из вас помнят, что вначале это были еще даже до этой картинки. Раньше это была приставка Atari, дальше Dendy, но в наших широтах это NES. Но с развитием технологий, с развитием компьютерной техники графика стала становиться лучше. Наши интернет-соединения и сам хардвер начал становиться лучше. Поэтому возник вопрос о том, что вот как бы с компьютером играть очень классно, иногда это может быть достаточно сложно, но все равно компьютер — это не человек, и всегда там собраться или с друзьями, или не с друзьями, а с разными людьми и поиграть — это интереснее. Так и возник киберспорт. Вот он, киберспорт, познакомьтесь. Думаю, тоже многим очень актуально, когда только он появился, это были компьютерные клубы. Почему? Потому что скорость соединения не позволяла быстро приконнектиться, чтобы не было пинга, поэтому в основном все ограничивалось ланами, и мы играли на печеньки, на пиво, и никто не думал о том, что через всего лишь 20 лет эта индустрия станет очень большой. Одним из первых таких крупных чемпионатов был WCG, который организовала компания Samsung. Они как раз вышли из этой сферы, как раз когда она начала развиваться. Вот неудачное решение, да? Но это чемпионат, на котором также присутствует киберспортивная команда Na'Vi с украинскими корнями, в которой я работал, и это, так сказать, был вот второй степ киберспорта, когда начали появляться какие-то большие организованные события. И третий, мне кажется, вот тут два фактора большого прыжка киберспорта. В первую очередь это Twitch. Twitch — это бродкаст-платформа, на которой транслируются все киберспортивные игры. Это как киберспортивный ТВ. Сейчас у него около там, больше 10 миллиардов посещений, мне кажется. И то есть это анлокнуло рынок в том плане, что ты теперь можешь не только как бы играть онлайн, но и смотреть онлайн. До этого не было никакого места, где ты мог бы посмотреть, как люди играют. Вот. И вторая штука — это The International. Это первый киберспортивный чемпионат, на котором разыграли 1 миллион долларов. До этого это все были такие небольшие призовые. И хоть сейчас Dota уже не находится на первом месте среди киберспортивных игр, это однозначно послужило тем толчком, который привел киберспорт вот в такое состояние. Это Лос-Анджелес, финал игры League of Legends. И самое замечательное в этой картинке то, что количество людей, которые полностью заполнили этот зал, это только 0,0001% из зрителей, и большая часть из них это онлайн. Немного цифр, показал красивые картинки, немного цифр. На шаг назад на рынок гейминга. Сейчас в 2018 году рынок 140 миллиардов. Основные рынки — это Китай и Америка, то есть Китай — это вообще закрытая экосистема, у них другие привычки, другие игры, которые они играют, но такой основной рынок нашего мира — это Америка. И самое примечательное в этом всем то, что по прогнозам скоро гейминг обгонит как entertainment индустрия спорт. Почему? Потому что сейчас уже каждый третий человек на планете играет в компьютерные игры. Что же такое киберспорт? Киберспорт — это когда спорт и гейминг соединяются в одном месте, то есть люди играют в соревновательные игры. Самые популярные игры, которые там и по ревеню, и по аудитории, это соревновательные игры, поэтому вот те, которые уже там профессионально в них играют и это смотрят, это киберспорт. Ревеню около 1 миллиарда и полмиллиарда аудитория. Основные, так сказать, статьи по ревеню — это спонсорство, разная прямая реклама, медиаправа, призовые. Но если к этому всему еще добавить
как разработчики зарабатывают на скинах, это внутриигровые вещи, и на ставках, то мы можем там смело сказать, что у рынок 10 миллиардов или даже больше. Мы этого не знаем, потому что никто не делится своими внутренними доходами по именно таким вещам. Еще немножко цифр. Dota уже дает по призовым больше, чем разные классические виды спорта, такие как теннис или хоккей. А Лига Легенд набирает больше просмотров финалов, чем баскетбол или НХЛ. Если посмотреть на рынок США как самый популярный, то мы видим, что киберспорт уже в самой кор-аудитории. Кор-аудитория киберспорта — это 18-35, с 20-35 как самой перспективной аудитории. Она уже догнала другие классические виды спорта. А тут нужно понимать, что мы соперничаем не просто вот в онлайн, да, а и с телевизором, но даже тут киберспорт догоняет. И вы мне скажете, раз все так замечательно, то почему существуют баги, да? Почему компании развиваются, и киберспорт еще не у всех на уме? И вот как в рынке существуют баги, такие же, как и в играх. Если сравнить две самые популярные вот, игру офлайн и игру онлайн, это футбол и Лига Легенд, то мы можем сказать, что количество игроков, которые в них играют, почти одинаковое. Это 300 миллионов и 250 миллионов. Но в футболе клубов около 300 тысяч. И вопрос, вот как вы думаете, сколько профессиональных и полупрофессиональных клубов в игре League of Legends? 20, вот Zero и 20 ближе даже, чем 1000, потому что, если, грубо говоря, вот взять, я лично не считал каждый, но факт остается фактом, что их очень мало. Почему это происходит, расскажу немножко позже, но также мы можем сказать, что вот это основная причина того, что сейчас киберспорт как бы еще является emerging market, рынком, который развивается, это то, что ARPU на каждого человека достаточно маленький. Из-за чего это происходит? Я могу выделить три основные причины. Первое — это insecurity и fraud. Что имеется в виду? Что даже несмотря на то, что юридические контракты, да, существуют, но на рынке очень часто случается так, что кто-то кого-то, например, проспонсировал. Недавно был такой случай, что они один, ну короче, Red Bull проспонсировал одну команду, чтобы они пили Red Bull, они вышли на сцену и все пили Monster. Почему это случилось, можно там рассуждать, потому что менеджер не докоммуницировал, да, но тем не менее это случилось, и они были в футболках Red Bull, но пили Monster, это все выглядело очень странно, непрозрачно, и это как бы один из примеров. Также может случаться и с другой стороны. Например, на нашем личном примере команды Na'Vi невыплаты спонсоров по контрактам вот за сколько там уже 7 лет существования команды где-то 600 тысяч долларов. Потому что компании создаются, исчезают, несмотря на все legal документы и процедуры, все равно достаточно трудно как бы получить деньги. Второе — это то, что в целом не хватает бизнес-тулзов для развития своего бренда. То есть вот где вы читали про киберспорт, вот как бизнес до этого? Вот если вам нужно, например, найти работу, то вы знаете, куда идти, да? В LinkedIn, например, да, или на работа.ua у нас в Украине. Если вам нужно вызвать такси, вы идете в Уклон или в Uber. В киберспорте такого нету. Абсолютно отсутствуют всякие тулзы для развития своего бренда, для развития любой штуки, которую вы собираетесь делать, и отсутствует фактически knowledge base. Например, вы хотите создать киберспортивную команду.
Вот классно, там же чуваки 25 миллионов долларов получают. Я хочу создать свою команду. Как мне это сделать? И классно, если вы вот такой продвинутый уже человек, там где-то поработали. А представьте, если вам 20 лет или даже меньше, 16-18, у нас на Dream Team достаточно много аудитории до 20, да, потому что киберспорт — это молодая аудитория, и много молодых людей хотят играть. И вот как ему построить команду, куда ему идти? До Dream Team это работало так, что ты идешь на форумы, идешь в какие-то чаты, ВКонтакте создаешь группы, приглашаешь туда людей. Короче, все очень разрозненно и нету единого решения. И на примере создания команды также такое существует и во всем. Продолжая эту мысль, третье — это market fragmentation. Опять-таки, если вам нужно запустить рекламу для промо своего продукта какого-нибудь, любого, вы можете зайти в Google, да, там есть Google AdWords, в нем настроить кампанию, четенько заплатить там $1000, запустить кампанию с таргетингом конкретно вот на Киев, на Unit City, например, да, чтобы показывалось, кто там достает телефон, показывалось всем, что вот есть классные, не знаю, пирожные какие-то. В киберспорте нету вообще, даже вот я рассказал 10 уровень там с геотаргетингом, нету даже первого уровня, где люди могут найти спонсоров, где они могут секьюрно заключить разные дилы. То есть отсутствует какая-либо инфраструктура для формирования своего рынка. Поэтому мы сделали платформу dreamteam.gg. Это наш слоган Ultimate Team Building Platform. Если раскрыть его, можно сказать, что это как инфраструктурная платформа для всего гейминга. И в чем это заключается? Четыре основные USP — Find, Improve, Manage, Earn. Первое — это то, что мы вот уже сейчас сделали. Это как LinkedIn для геймеров. То есть игрок заходит, подгружает свой профайл туда из какой-то игры. Мы с помощью API анализируем то, ну, там, как он играет, киллы, смерти, и там, как он играет на разных картах, и как бы выдаем его такую страничку. То есть это трастовый source, где команды смогут его хантить. То есть это как LinkedIn, только намного круче, потому что мы берем реальную статистику людей из игры, и это как бы надежный LinkedIn, как будто ваше CV проверяет робот, который все о вас знает. Далее, кроме менеджеров, там, кроме игроков, там будут менеджеры, коучи, то есть как такая единая система для геймеров. Дальше мы вот в следующем месяце запускаем аналитическую тузу. Это то, что поможет тебе как игроку развиваться. То есть ты можешь там анализировать, как ты бросаешь гранаты, как ты там стреляешь из какой-то определенной винтовки. Я сейчас очень упрощаю, да, для того, чтобы было понятно на верхнем уровне. Короче, мы делаем систему аналитики для каждой топ-игры. Сейчас у нас их две, это League of Legends и Counter-Strike. И вот мы делаем такую экосистему, где человек может зайти и сразу проанализировать свою игру, найти команду и дальше важный фактор — заменеджерить ее. То есть это разные бизнес-тузы для того, чтобы развить команду, такие как там запланировать тренировки, запланировать, куда ты едешь на турниры, найти эти турниры. И самое классное, к чему мы хотим прийти, это создать marketplace, где все участники киберспортивного рынка хотят и могут найти и безопасно заключить сделку. Например, турнир хочет пригласить команд, они это делают через специальный интерфейс. Команда хочет найти спонсора на этот турнир, она это делает. Мы также через API подтягиваем всю статистику из разных соцсетей, смотрим, как это все мэтчится и выдаем там предложение. По статистике вот делюсь то, что у нас есть внутри. Ну, первое, мы там, да, собрали много денег на ICO. Молодцы, это уже давно было, аж в мае.
чтобы развить свой продукт качественно и набрать почти 1 000 000 юзеров, что мы сделали меньше, чем за год. Почти сделали, почти меньше, чем за год. Кроме ICO, мы также подняли 5 миллионов на сид-раунде, и сейчас закрываем Series A. Кроме того, чтобы набрать это количество, основной челлендж для нас всех и для меня в том числе было гео. Мы не хотели становиться конкретно украинским проектом или СНГ-проектом, потому что всегда намного легче делать маркетинг на тот рынок, на который ты знаешь. Поэтому мы использовали разные инструменты. Сейчас я о них расскажу на следующем слайде кратко. И по гео у нас достаточно много кост-эффективной Америки. 50% — это Европа. Очень много South America, фактически это Бразилия. Там, наверное, что-то еще есть, но вот у нас это Бразилия. Ну и, конечно, так как CSGO — это игра, которая популярна в СНГ, много СНГ. 50% платного трафика — это инфлюенсеры. Это один из основных каналов коммуникации, которые мы использовали. То есть мы коннектились с ютуберами и со стримерами. Все они делали в основном две вещи. Первое — это или размещали вшитый прирол в свои бродкасты или в свои ролики. Это для нас было в несколько десятков раз эффективнее, чем запускать прямую видеорекламу. Вот. И также это очень сильно повлияло на то, как нас знает комьюнити. У меня, к сожалению, сегодня нет очень много времени об этом рассказать, поэтому я даю верхний уровень. И вот. Вот это наш сплит по каналам, так как тема маркетинг в киберспорте. Кратко пройдусь по тому, что мы использовали для этого после overview рынка. Основной наш канал, и про который никогда не стоит забывать, это кост-эффективное размещение с помощью Google Search, GDN и Facebook. То есть очень детально настроенные таргетинги на именно соревновательных игроков в LoL и в Counter-Strike. Этот инструмент замечательно себя проявляет в том плане, что он очень хорошо масштабируется. Вот. Также мы работаем с разными CPA-сетями. Они дают тут медиа около 7%. Но оттуда, как обычно, немного хуже трафик, чем мы делаем это сами. Второе самое большое направление, это, как я уже сказал, инфлюенсер-маркетинг. Он заключается в том, что ютуберы делают ревью нашей платформы, они там заходят, создают свою команду, приглашают игроков, чем вовлекают в коммуникацию непосредственно зрителей своего канала. Мы там размещаем линки к этому и приролы. Вот. Очень классный инструмент, и если бы мы следовали по плану, что нам нужно чуть меньше юзеров, но более качественных и дешевых, то мы бы использовали больше инфлюенсер-маркетинга, но он плохо масштабируется. Почему? Потому что количество стримеров и ютуберов намного меньше, чем весь остальной интернет, который можно покрыть с помощью классической рекламы. Кроме этого, мы очень активно спонсорили разные ивенты. Мы проспонсировали чемпионат мира по Counter-Strike, который проходил недавно в Лондоне. И тоже там старались брать интеграции, которые там позволят нам набрать юзеров, такие как там баннера, ссылки в чат-боте, разные креативные интеграции с помощью кастеров. Это те, кто озвучивают то, что происходит на стриме. Они там всех звали на Dream Team создать команду, поиграть с ними тоже после ивента. Вот. Также мы работаем с топовыми киберспортивными командами, такими как Fnatic, ну, Na'Vi, конечно же, потому что мы сами из Na'Vi, вот, с ними тоже работаем. И планируем продолжать это и в 2019 году, но, скорее всего,
Фокус, основной фокус будет на классическую рекламу, инфлюенсеров и работу с командами. Потому что турниры, мы уже как бы заработали свою бренд awareness и будем фокусироваться на кост-эффективных инструментах. Как раз у меня все. Вопрос, наверное, потом или сейчас. Да, вопросы мы оставим на круглый стол. Да, 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 да. Будет... Спасибо большое, Андрей. Да, спасибо. Тут было интересно сказать по поводу WCG, ну, первого турнира, в котором так получилось, что у меня было интернет-агентство, которое я был владелец, совладелец. И мы как раз вели их в интернете, и так просто ностальгия, 2004 год. Но я вот, следующий спикер у нас Вячеслав Щербаков. Он с 99 года в киберспорте, в 2008 в StarLadder, и в StarLadder он senior sales и операционный менеджер. Верно. Всем привет, спасибо. Очень много людей пытается, наверное, сейчас разобраться в киберспорте и научиться зарабатывать эти миллиарды. Я не знаю, помогу ли я вам научиться зарабатывать эти деньги, но, по крайней мере, попробую вам как-то это подсказать на примере того, как мы это делаем в StarLadder, но мы зарабатываем гораздо меньше. Итак, киберспорт. Ну да, решил заняться спортом, пошел в киберспорт. Это сейчас на хайпе, это сейчас популярно. Соответственно, многие, кто сейчас занимались даже традиционными видами спорта, которые переходят в киберспорт, интересуются этим. Итак, что такое киберспорт? Я думаю, есть четкие какие-то уже определения, которые появились. Это либо одиночная, либо многопользовательская, да, игра. То есть с точными правилами и атрибутами традиционного вида спорта. И если мы говорим, какие игры, да, входят в этот киберспорт и какие могут считаться, то есть не просто там какая-то змейка, да, на телефоне или еще что-то, то есть определенные атрибуты, которые подходят под эти определения. То есть они популярны, они имеют четкие правила, есть исход матча, который определяется твоим уровнем мастерства, и в том числе за этим интересно смотреть. Естественно, какие-то случаются и случайные эпизоды, например, в футболе, да, там мяч может случайно там как-то перетнуть линию ворот. Но в киберспорте из-за того, что вот в том числе есть игры, где играют 5 на 5, это очень сильно нивелировано. Но бывают даже случайности, не исключено. А, как я уже говорил, четкие правила, они необходимы. Это более похоже уже на какой-то традиционный спорт. И если говорить о том, почему это может считаться спортом, это в первую очередь доступно каждому, то есть каждый может взять телефон, поиграть в Hearthstone, в PUBG Mobile, которые сейчас являются киберспортивными, может легко зарегистрироваться и участвовать бесплатно в этих турнирах, которые проводят многие киберспортивные операторы по всему миру. Есть даже специальные сайты, где можно отследить, какие турниры в какой период проходят. Ну и вот для примера, например, две картинки. Это один и тот же стадион, это Минск-арена. Справа мы видим чемпионат мира по хоккею. Собственно, под это стадион и строился в Минске. А слева, если вы увидите, это турнир по киберспорту в дисциплине Counter-Strike Dota 2, который мы проводили в 2016 году там же. Ну, картинки очень похожи. Здесь же на следующем слайде мы видим, что эмоции у победителей идентичны тем, что и в традиционных видах спорта, в данном случае это финал Лиги чемпионов справа, и слева мы видим эмоции победителей чемпионата мира по Counter-Strike. Это мейджор-турнир. Болельщики, они точно так же любят поддерживать команды, они ходят вместе с друзьями, они переживают за победы или проигрыши команд. Профиль очень похож, с ними можно разговаривать на языке, какие стандартными болельщиками из других видов спорта. И немного фактов. Киберспорт
по многим параметрам уже вошел в тройку букмекеров по количеству ставок и объему этих ставок. А еще 5 лет назад они даже в десятку не входили. Соответственно, можно говорить о том, что рост и интерес идет вверх. И у некоторых букмекеров, в частности, с которыми мы там сотрудничаем, киберспорт входит уже в тройку. Это которые ставят не только возможности ставок не только на киберспорт, но и на традиционные виды спорта. Второе место после футбола по объему зрителей. Ну, Андрей уже до меня выступал, когда он успел немного рассказать о цифрах. Я детально не буду со своей презентацией останавливаться, буду на другие вещи какие-то обращать внимание. Twitch TV. Много пользователей, как уже традиционное телевидение только для геймеров. Много трафика, и большинство трафика будет из онлайн-трансляции. Именно так как бы и геймеры потребляют в данный момент времени информацию. Они смотрят прямые трансляции чемпионатов. Это будет порядка 15% трафика. Ну и самый крупный призовой фонд — это The International. В этом году почти 26 миллионов было. Это 25,5, насколько мне не изменяет память. И в следующем году есть все предпосылки, что он будет расти. Итак, что такое эффективная интеграция брендов в киберспорт? Как мы это себе видим? Это мы поговорим о том, что нужно бренду, что бренду подходит, с чего начать и как сделать так, чтобы аудитории это понравилось. И примеры каких-то интеграций, которые мы делали в StarLadder. Вам точно это подходит, если вы целитесь в молодую аудиторию, это 15-35 лет. Это если ваша ЦА, то есть целевая аудитория, стареет. Многие бренды на это обращают внимание, в том числе и те, которые производят, например, слабоалкогольные напитки. Те, кто заходят, раньше, допустим, сотрудничали с традиционными видами спорта, тот же Макдональдс, там Coca-Cola и все остальные бренды. Ну и, собственно говоря, пока киберспорт, ну или не пока, а вообще и все еще на хайпе, это как бы трендово заходить и тоже как бы немного этого хайпа взять на себя. Ну и новые коммуникации, то есть это если вы уже охватили, например, все виды традиционные медиа, да, какой-то диджитал, продвижение вашего бренда, то можно пробовать зайти в киберспорт, как, чтобы попробовать зацепить там ту аудиторию, которая не смотрит телевидение, не слушает радио, там, или еще ну, увлекается чем-то другим, скажем так. Немного про целевую аудиторию киберспорта. Это очень поверхностно, я не буду останавливаться на этом. То есть я пробегусь немного по аудитории, которая есть у StarLadder. Это 19% женской аудитории с недавних пор, когда мы подключили Overwatch и Hearthstone, у него больше играют. И 81% мужчин, мы не скрываем, их действительно очень много, и они в основном играют и составляют нашу целевую аудиторию. По возрастам разбивка приблизительная, то, что позволяет выгрузить вообще ресурсы, такие как социальные сети, либо YouTube. Twitch TV, например, не позволяет эту разбивку дать. Но вот приблизительную мы могли получить о том, что это в основном 20-30 лет преобладающая. То есть это та аудитория, которая что-то ищет новое, познает себя. Для примера, вот статистика Nielsen, которая сделала исследование по возрасту аудитории, которая смотрит Олимпийские игры, смотрит NBA и в том числе игры. Если обратить внимание, то аудитория киберспорта достаточно молодая, и если вы хотите охватить молодую аудиторию, это как раз ваш вариант, средний возраст 32 года. Это те, которые смотрят, которые играют, а смотрят на платформах, естественно, и помладше, то есть средний возраст 25 лет. Ну, естественно, если это 2016 год, может, уже возраст чуть постарше стал. По исследованию MAC, Consumer Pulse, мы видим, что если, ну, я не знаю, вам хорошо видно или нет, качество плохое, я вам просто попробую рассказать. Если бренд целится в аудиторию и достаточно нативно в нее заходит, то аудитория киберспортивная достаточно активно и лояльно реагирует на те рекламные проявления, которые вы запускаете. То есть если вы попытаетесь адаптировать это под киберспорт, то киберспорт это нормально воспримет. То есть а не стандартную какую-то рекламу, которую вы по ТВ показываете.
все аудитория хочет пробовать что-то новое в поисках, то есть она классно реагирует на какие-то новинки, которые вы запускаете. Она делится информацией с брендами и первыми пытается попробовать, допустим, новые гаджеты. Ну, это такое исследование, более психотип какой-то, наверное, геймера. Итак, выводы. Быстрорастущая аудитория, люди интересуются технологиями, миллениалы в поисках чего-то нового и преобладает среди многих традиционных аудиторий, да, традиционных видов спорта. Ну и доходы выше по статистике как раз у тех, кто интересуется киберспортом. Не знаю, может, технический склад ума или еще что-то. Ну, так вот по статистике других компаний. Итак, с чего начать? Изучаем профиль игроков по разным дисциплинам. То есть это Dota 2, Counter-Strike или даже Hearthstone, она вся разная. Соответственно, лучше всего сделать какие-то опросы, например, или какие-то выборки, или просто даже пообщаться элементарно с разными игроками из разных дисциплин и спросить, что им интересно, да, или что им будет интересно. После этого лучше составить бриф, который будет, где будут прописаны цели и стратегии вашей компании, то, что вы хотите добиться от какой-то рекламной кампании, допустим, или интеграции в какой-то турнир, или проведение своего турнира. И подходящий выбор тогда интеграции уже, отталкиваясь от брифа, выбираем уже интеграцию. То есть с кем работать, с командой, с оператором, свой турнир, там, возможно, аматорский турнир, возможно, профессиональный. Ну и готовность инвестировать. И действительно, как бы сейчас с каждым годом все дороже и дороже заходить в киберспорт. Аудитория все больше, и нужно инвестировать рабочее время своей команды. То есть если это большая какая-то корпорация, действительно нужно выделять людей, которые бы этому уделяли внимание. Кейсы, да. Ну, немного давайте поговорим о кейсах. У нас была замечательная промо-компания для компании AXE. Это AXE и Украина, AXE Россия. У нас было три интеграции в турниры. Это три чемпионата мира по Counter-Strike. В течение года эти три турнира прошли. И, как мы видим, у нас есть определенный рост в показателях промо просмотров рекламы, уникальных зрителей и также часы просмотра. Часы просмотра, почему они в том числе важны, это показывает то, как вовлечена аудитория в вашу трансляцию. То есть аудитория успевает несколько раз проконтактировать с брендом, она несколько раз успевает просмотреть вашу рекламу, она успевает ее запомнить или прочувствовать, если вы хотели донести какие-то ценности. По задачам, которые были вообще по интеграции компании AXE в трансляцию, это донести новую коммуникацию, она у них менялась от турнира к турниру, то есть у них был основной слоган «Найди свою силу», а после этого они хотели, чтобы коммуникация строилась «А ты хорош», то есть чем хороши, например, наши таланты, то есть, соответственно, они работали с лидерами мнений. Мы это пытались показать в видеороликах, которые вот я еще покажу в дальнейшем, и вовлечь аудиторию в активное взаимодействие на турнирах. То есть они какие-то активации проводили, там, по хэштегам отбирали людей, какие-то фотографии заставляли делать. Ну, заставляли громко сказать, они дарили за это еще и подарки. Соответственно, строилось это как возле кора аудитория, обрастала вирально и другими пользователями. Показы видеорекламы. Это была видеореклама, которая снималась, естественно, самим брендом. Мы ее показывали, и из-за того, что она достаточно была с юмором снята, она достаточно неплохо зашла этим геймерам. Охват 4 миллиона уникальных зрителей и 15 миллионов просмотров в течение промо-кампании. Реакция зрителей, естественно, была хорошая. Они просили, чтобы мы поставили им еще больше рекламу, они просили этого Джимми. Если можно, покажите, пожалуйста, видео номер один, для того, чтобы вы поняли, что это за видео. Знакомьтесь, Джимми. Джимми — две куртки. Да, он носит две куртки. Где угодно и в любую погоду. Потому что Джимми в одной куртке уже не Джимми.
Новый АКС с активными микрокапсулами активируется от тепла тела. Он обеспечивает сухость. И вдогонку, пожалуйста, второе видео, которое мы сняли уже с нашими комментаторами в Старладере. Это Тафа. Он комментирует все игры, в которых кто-то стреляет. По звуку выстрела он легко отличит АВМ от ЭВМ или АВП от ПВП. И его сила в том, что он 15 лет в аркаде. После этого, это «Найди свою силу» была коммуникация на первых турнирах. И после этого вот мы также показывали ролики «А ты хорош». Эти ролики также хорошо зашли аудитории. Вот первые ролики, это 6,5 миллионов просмотров было. Ну, мы их еще и не часто крутили, чтобы аудитория это не приедалась. Нельзя. В киберспорте очень главное не переусердствовать. Если вы переусердствуете, это будет вызывать негатив. Компания «А ты хорош» уже больше было просмотров. И в том числе мы также сняли дополнительные ролики к видео оригинальному от АКС. Если можно, третий ролик и потом четвертый. Твое золотое правило. Покатился. Подкатил. А ты хорош. Будь свеж весь день. Снова Макс Гол. Ты где? Эфир через 10 секунд. Эфир через 5, 4, 3, 2, 1. Дорогие друзья, это Elite Major. И пятый, я извиняюсь, что вы свет дергаете постоянно. Это Тафа, и он любит комментировать все игры на планете. Но иногда турниры по разным дисциплинам совпадают по времени, и выбирать между тремя трансляциями он никогда не станет. Шикарная раскидка на точку А. Захват базы продолжается. Зона уходит на починки. И непредсказуемый исход матча. Я надеюсь, кто-то что-то понял, потому что иначе я не знаю, что я здесь делаю. В последнем ролике, если вы поняли, у него эфиры было сразу три, и он разные три игры одновременно пытался комментировать и как-то выйти из ситуации, что у него в графике очень много трансляций было. Ну, кстати, это так и есть. В Старладере очень много мы транслируем контента. Итак, брендированные обзоры. То есть мы делали, статистику выводили, а также искали силу того или иного игрока. Промо-посты. Они были также заточены под коммуникацию с аудиторией через игру. То есть мы говорили, что будет лучшим, будет сильнее. И это собирало достаточно неплохие там просмотры, там по 20-30 тысяч. Ну, немного, но хоть что-то. Их достаточно было много. Это ежедневная кампания была в течение турнира, который длился там 2-3 недели. Хэштеги делали, это как раз активация, заставить зрителей как-то генерить какой-то контент. Они снимали свои фото и использовали хэштеги, выкладывали в соцсети. А лучшие фото мы потом выводили в эфир. Вот всякие такие забавные фотографии, то есть кто-то на яхте смотрит нашу трансляцию, кто-то в самолете, кто-то там за ужином. И было таких более 2000 публикаций. Еще немного контента, то есть... Креативно подошли ребята и напильником, там, и «Игру престолов» обыгрывали, ну, в общем, по-разному. Показы кликабельных преролов на Твиче, оно достаточно эффективно, когда вы хотите аудиторию попробовать куда-то перенаправить на свой лендинг или, допустим, чтобы каким-то образом конвертировать этих лидов там куда-то, куда вам это нужно, собственно говоря. Было около миллиона показов, 6, почти 7 тысяч кликов, ну и, соответственно, CTR чуть выше, чем в стандартном, допустим, там размещении на YouTube. Сейчас, секунду, назад. На последнем турнире мы научились интегрировать прямо графику внутрь игры во время трансляции. То есть мы заменили текстуры внутри игры и разместили там нашу рекламу с призывом «Найди свою силу». И там, где, допустим, нужно было искать промокод, который ты вводил и получал бонусы при заказе.
стоит сказать, что в течение турнира мы где-то сделали, выполнили план, который стоял на полгода. То есть турнир там длился 2 или 3 недели. То есть мы очень быстро на полгода эти за 3 недели выполнили. Вот, такие вот были всякие таблички, они были в достаточно таких интересных местах, когда камера, там пролеты, например, или в паузах мы это показывали и так далее. Итак, некоторые неэндемические бренды уже в киберспорте. То есть Макдональдс запустил свой еще давно, например, Макнип, Папа Джонс, Кока-Кола. Ну, сейчас я поподробнее расскажу. Вот первыми были Монстр и Ред Булл, они начали поддерживать команды. Вторые турниры спонсировали, в том числе и StarCraft в Корее. Сникерс поддерживает американский бренд турнирной E-League. Соответственно, там были разные интеграции, например, как Сникерс Ни, только Satisfying, то есть удовлетворение. Либо если ты не подкрепился, то они выкладывали видео с набором фейлов. Так, сейчас... По Coca-Cola спонсирует также команды, но еще и размещает, в том числе и размещает этих игроков, например, на своих бутылках или как-то обыгрывает турнирные события. Вот как Coca-Cola, например, с Riot Games сотрудничая, они размещают героев игры на своих стаканах, на своих банках, а также с финалов событий крупных, как LCS или World Championship, они проводят такие вот поп-стомпы, где люди собираются и совместно смотрят эти финалы. В игре Overwatch Coca-Cola дарит подарки, большие кейсы с набором всяких классных ништяков, где можно, например, там, это еще и распаковка потом снимается на видео блогерами и собирает там многомиллионные просмотры, потому что всем интересно, что же Coca-Cola прислала им. Всякие студии брендированные, и также, вот как мы видим, на азиатский рынок вот Coca-Cola выводит Coca-Cola с этими героями игры League of Legends. А вот то, что я говорил, по Макдональдсу они сделали свой Макнип, это бургер имени команды. В 2013 году можно было купить открыто в Макдональдсах Швеции. Или Стокгольма, скорее даже так. Сегодня, кстати, тоже они там активацию сделали под Blast в Копенгагене. Там они написали разными, назвали эти меню свои по-разному, например, на Mac 10, это там как созвучно с оружием в Counter-Strike можно было заказать. Там ГЛХФ набор, например, и так далее. Автомобильные бренды в том числе очень активны в киберспорте. Subaru, Hyundai, Kia, Nissan, BMW, Mercedes. Все они продвигают, естественно, свои автомобили. Кто-то дарит просто лучшему игроку, кто-то проводит свои турниры, кто-то видеоконкурсы с командой делает, кто-то становится генеральным спонсором лиги, как-то проявляется. Кто-то привозит популярных геймеров, либо участников турнира, там, либо комментаторов прямо на турнир на своих машинах красиво. Вот недавно в Москве прошел эпицентр, там прямо на сцену выезжали автомобили с рекламой в такси. Достаточно неплохо и нативно, я считаю. Ну, не знаю, немного про традиционные спортивные бренды, которые также вкладываются в киберспорт. Они открывают свои подразделения по FIFA, по Dota и по Counter-Strike. То есть они ближе к геймерам, пытаются зацепить много активностей. Например, там, когда они берут футболистов и садят играть в FIFA вместе с киберспортсменами, либо в какие-то другие активности проводят. Ну, в целом, если мы смотрим, динамика очень большая. Как бы все понимают, что рано или поздно им нужно эту связь сделать, иначе они эту аудиторию могут потерять. То есть так они как бы постоянно новую аудиторию подпитывают. Вот для Burger King мы всякие интеграции делали, там на стену лепили их там меню, когда ты только выбегаешь с базы в Counter-Strike. Переделывали будки прямо в Burger King, где можно было подкрепиться. Вот. И также для букмекеров мы научились делать 3D-коэффициенты, которые прям крутятся, когда команды
чемпионами, там, лучшие команды мира выбегают с базы, и ты видишь, сколько поставило людей, по какому коэффициенту на эту команду. Ну, достаточно оригинально. И что касается AR-технологий, они достаточно сейчас тесно вот, входят в киберспорт. И можно таким образом проявить по-другому бренд, то есть его более красиво как-то проявить. Ну, для примера я вот покажу, как мы это делали на PUBG Mobile для компании Samsung. Видео номер 9, если я не ошибаюсь, поставьте, пожалуйста. Если нет, то 8. Нет. Видео номер 9. Пожалуйста, 9. Это там, где играют игроки, и это LED-экраны под игроками. То есть это пролеты сейчас во время Open, открытия турнира. Те, кто играли в PUBG, знают, что там идет зона, в которую надо успеть войти. Вот эта зона только что пролетела, и вылетел телефон с расписанием на первый день турнира. По сути, эту информацию человек читает с экрана нового телефона Note 9. Ну и как бы AR-технологии продолжаются. Это все в прямом эфире, то есть накладывается графика, которая потом присутствует. Всякие перебивки и хайлайты, то есть мы сейчас видим. Справа это информация о том, что это при поддержке хайлайт компании Samsung. Спасибо, на этом достаточно, я думаю. Я быстро уже долистаю, то сейчас все время. Итак, что в итоге? В итоге это, если правильно подойти, заполнить бриф и понять, какую аудиторию вы хотите охватить, Dota, Counter-Strike, и почему. То есть кто-то, допустим, не любит связывать себя с шутерами, хотя это тоже надо смотреть как бы на коммуникацию. Возможно, у вас бренд агрессивный, и наоборот, лучше связывать это со стрелялками. Вот. И в итоге... Вас аудитория будет любить, она будет нормально относиться к вашему продукту, она узнает больше о продукте. Ну, если можно, 10-е видео, просто как это вообще происходит, если это глобально вот, правильно все организовано. This event is amazing. I mean, the quality of production, the set we have here is just great. I think it's one of the best I've seen so far. Это все продакшн StarLadder, благодаря более около 1000 человек, которые трудятся над каждым ивентом для вас. Спасибо.
Огромное спасибо, Вячеслав. Ну и теперь Иван Данишевский, ASM One. Ивана я знаю очень давно. И, кстати, вот наш партнер. Я был где-то вот такого роста еще. Ну, неправда, неправда. Вот. И это наш партнер с Киевстаром по подготовке стримеров, Чек и Пароход. И чтобы вы понимали, насколько все жестко, Иван сломал зуб и все равно пришел выступать. Да. Я его все время буду трогать, пока буду с вами разговаривать. Он так болит прямо вообще. У меня какая-то глупая привычка. Я практически никогда не готовлюсь к выступлениям в темах, в которых я хорошо разбираюсь. И сейчас, пока прослушал предыдущий спикер, я специально попросил последний слот. Я часто меняю то, о чем я буду рассказывать. И вот сейчас я послушал и снова поменял. Конечно, мы по слайдам пройдемся. Их не 90, как у Славы, а 3. Поэтому хотелось бы отметить, что ребят я тоже знаю давно. Лешу, вот этих парней со Славиком, мы тоже лет 10 уже в этом киберспорте. Когда нас там было всего 7 человек. Мы оттуда, в общем-то, и знакомы. Но несмотря на то, что Dream Team клевый проект с успешным кейсом, по крайней мере, фандрейзинга, как во всем остальном я не знаю, я еще ни разу не заходил. А StarLadder действительно офигительный мировой продакшн, который очень крутые вещи творит. И Слава, правда, признанный профессионал. Так вот, кроме всего этого, все, что они рассказывали, никакого отношения к Украине не имеет. Кроме того, что у них здесь офисы. В Украине у нас все не очень. И это не очень подтверждается тем, что никакие Кока-Колы, кто там еще был, Аксы, если вы заметили, там был Axshop.ru написано, да? Всем было понятно. Никто никогда со звездочкой очень мало ничего не делает в киберспорте. Поэтому украинский киберспортивный маркетинг в очень большой жопе. И отчасти потому, что не только возраст Twitch не показывают в статистике, а еще и страну. Поэтому я вот такой слайдик покажу. Что я делаю? Да? Бизнес, который мы делаем, мы продаем статистику. Достаточно крупно, достаточно много, и не платит нам только StarLadder, но мы там по бартеру как-то договариваемся. Мы просто бухаем много, а они вечеринки делают. И вот это вот бизнес, с которым мы что-то делаем. Да? У нас, если кто-то хочет построить в мире арену, китайцы в Америке, то они покупают у нас ответ на вопрос, где, почем и какого размера. Если кто-то провел рекламную кампанию, то они у нас спрашивают, какой охват у этой рекламной кампании был, если это был мультибренд. В смысле, если они купили у StarLadder, то StarLadder и сам им даст все. А если это была кампания там, по всему миру, то в основном это сделаем мы. Мы работаем с теми же партнерами, которыми работают все остальные, только рассказываем, в общем, умничаем. Я не знаю. По поводу умничаем, я тут это, я сказал дизайнеру использовать только Paint, когда делать эту презентацию. Это был внутренний челлендж. Ну да, вот такие вот ребята про нас пишут, мы везде где-то есть, мы достаточно серьезные участники, короче, киберспортивного движения. Ну это я так, просто о том, что не хер с горы, так скажем. Я, наверное, единственный, я не уверен, Киевстар, возможно, мне скоро будет с кем-то изменять, но пока что я единственный, кто уговорил крупный бренд сделать что-то киберспортивное. И это заняло примерно год. Примерно. И в конце концов, я доплатил своих денег, короче говоря, за это. Да? Как и все остальные проекты, которые я сделал в Украине, они все путем уговаривания с кем-то пришлось переспать, уговорить на очень мало денег и доплатить. Поэтому я с вот этого что-то зарабатываю и все перевкладываю в Украину. Перевкладываю. Потому что для меня лично киберспорт, его маркетинг и все такое именно здесь, на родине, это социальная ответственность, enlightenment такой, да, просветление о том, что это действительно будущее, которое не хайп, не ICO, не Innovation Park, а действительно что-то интересное, действительно профессия будущего, в которую огромное количество молодежи уже верит, а взрослые не понимают. Поэтому недавно меня позвал Эрнст & Янг на встречу про киберспорт. Вот такая вот история. Они, кстати, спонсоры нашего... А, еще нельзя говорить, наверное. Ну, короче, да, они спонсируют наше одно мероприятие студенческое и будут просвещать студентов. Ну, whatever. И я когда пришел, если загуглить Иван Киберспорт, я хотел пошутить, а оказалось, что так и есть. Так вот, Иван Киберспорт, Иван Блокчейн в Гугле — это я. Это прикольно. Я там же и узнал об этом вчера. И там, если вот про киберспорт почитать, будет много интересных материалов, где я как раз пытаюсь рассказать, почему родитель должен погуглить про киберспорт, как выяснить, ребенок дурит, что он киберспортсмен, или в натуре киберспортсмен. И, ну, это правда.
Там даже вот, ну просто, у меня такая исследовательская работа в основном, да. Если я проводил турнир вот недавно, я всех привез на несколько дней раньше, чтобы с ними пожить. Для них это был клевый кейс. Я покажу эти видеоролики. Я же говорю, я беспорядочно в слайдовых связях состою. Я их привез, чтобы с ними подружиться. Мы привезли много ребят со всей Украины. И я узнавал, чем они живут, что там думают их родители, как они вообще... Один там сказал, что на Олимпиаду по математике едет, иначе его не отпустили бы. Это серьезно, вот такая ситуация. А он из какой-то там христианской семьи, и там вообще как... Он от родителей скрывает, что у него компьютер есть. Ну и, короче, очень много смешных историй, и мы вот это пытаемся с ними со всеми дружить, и каждый по-своему интересен. И это все очень глубокая штука, в которой действительно конфликт очень большой, отчасти потому, что... Я хотел по поводу первого основного слайда, где мы все выступали, я хотел его назвать «Леша, Мася, очкарики» или «Как киберспорт плохо влияет на зрение». Но вообще-то, на самом деле, он ни на что не влияет плохо. Киберспорт — это клево, и можно заниматься как спортом, и по этому поводу, я надеюсь, вот уже в феврале мы официально анонсируем. Это уже, наверное, почти не секрет. То, что мы совместно, совместно с Институтом физкультуры будем делать киберспортивное образование уже в следующем году. То есть первый курс, наверное, только магистратуры, будет в следующем году киберспорт, и это будет впервые в мире по-нормальному. Спасибо. Потому что практика такова, что институт сказал, так давайте позвоним нашим партнерам по миру и возьмем у них материал. Они говорят, мы вот гуглили, и Гонконг сказал, что у них есть киберспорт, или Гамбург сказал, что у них есть киберспорт. А я им показываю письма, где мне Гонконг пишет, говорит, извините, мы анонсировали киберспортивное образование, что нам там рассказывать? Поэтому это будет в натуре прикольно. Это будет хорошее, айтишное, киберспортивное, здоровое из психологии образования. И я, тьфу-тьфу, надеюсь, что оно станет уже фулл-тайм. Не только один год, а все 5 лет этому можно будет учиться. Давайте тогда попробуем о моих кейсах. Мои кейсы здесь представлены. Это то, чем я, в общем-то, горжусь в Украине. Одно — это вот мы с Лешей почти 60, я бы сказал, суток провели в переговорах. В течение года и провели первую академию стриминга и комментирования киберспорта, которая здесь в Юнит-Сити проходила. Это было клево. Там есть видеоролик. И победитель этой академии, один из двух, вон стоит. Это Аля. Можно ей похлопать. Она, в общем-то, вот уже с того момента мы год дружим, общаемся, работаем. И она играет в дотку и пьет водку. Нет, это не то. И комментирует хороший киберспорт. Действительно хорошо комментирует. И, наверное, она один из немногих людей, который может сказать, что... Киберспорт может быть профессией для молодежи и приносить деньги в разных ситуациях. В общем-то, было прикольно, все получилось. Нам прислали офигительное большое количество заявок. Люди хотели еще в 2017 году это все проводить. И все заявки были с видеороликами. Надо было прям представлять себя, минуту видео записывать. И все это сделали. Мы, конечно, были очень удивлены такому... фидбэку, не говоря уже... У нас даже был клевый пиар-конфликт, где нам украинская комьюнити начала говорить, типа, вы вообще украинофобы, где украинский язык, а мы им говорим, так что же вы заявку-то не прислали? Украинские, блин, стримеры. Но, тем не менее, у нас даже был, да, есть до сих пор один украиноязычный стример. Сейчас тут на этой штуке должен быть лазер, сейчас я найду его. Нет? О, это не он. О, вот это. Это Юля, она стримит Hearthstone на украинском уже год и зарабатывает на этом больше своей степухи раз, наверное, в 40. Отчасти благодаря Костика донатам. Вот он сидит. Короче, да, это успешно прошло. Вот это в Академии победило 2 человека. Одна из них Аля, вот она, да, и другой где-то. Где этот красавец? Он лежит на полу или где он? А, вот. Вот его рот. Вот его рот. И есть у нас в Украине, если кто-то не знает, такая студия, как Майнкаст, это бывший, короче, Вилаты компания, и месяц назад Владика подписал Майнкаст, он теперь стример Майнкаста официально и зарабатывает больше штуки баксов в месяц, только на том, что ковентит, плюс со своего канала где-то столько же. И ему сколько? 19? 18? Ему 19 лет. То есть это наш официально успешный выпуск комментатора, и он стал комментатором типа как Вилат. Он, я думаю, гордится, аж больше со мной не разговаривает. Ну, это, конечно, все шутеньки. Отчетное видео очень трогательное. Аля будет плакать, я думаю. Мы его посмотрим чуть позже. Все подряд, все 3 ролика. Давайте потом глянем чуть в конце. Это то. Прикольно, что все, что мы выпустили на самом деле более уверенных в себе, более хорошо разговаривающих, более разбирающихся в киберспорте ребят, которые сами сделали себе выпускной, и он был супер охренительный. Даже Леша, по-моему, был.
и мы правда плакали, и там начинается голос моей озвучки, и там, по-моему, в очень трогательной церемонии, да, и она, блин, в натуре была очень трогательная. Параллельно с этой штукой, вместе со студентами, мы провели действительно первый украинский национальный турнир. Он был большой, было больше 250 команд, по-моему, тут даже, наверное, 238, почти 250. Одновременно играющих, в смысле, это не много-много-много отборов, по 13 команд и все такое. Это одновременно играющих команд было вот такое количество, все 5 человек, 100 тысяч гривен было. В принципе, все гордились, и для многих это было первое такое событие. Вот все эти 20 человек, которые победили, звонили нам и плакали отчасти. Это я не шучу. Это было, кстати, в арене. Славка помог, вот этот, который выступал передо мной выразительно и эмоционально. Да, вот эта вот киберарена предыдущая, так как она была до прихода PUBG и китайских инвестиций, или кого там, заказчика, это вот такое было. Ну, было прикольно тоже. Где-то тут должен сидеть Леша Мась. По обстом гранд-финала мы даже вообще не будем смотреть. После этого, что прикольно, практически самостоятельно нон-стоп ко мне пришел. Это из таких крупных кейсов. Мы делаем на самом деле каждую неделю кучу всякой аматорской мелкой фигни. Но это было покрупнее. И мне было очень интересно поработать с энергетиком, а у Red Bull нет денег. Я надеюсь, что здесь нету никого. А нон-стоп нашел. И пришел с деньгами, говорит, придумайте нам интересный креатив. И на тот момент очень удачным и прикольным решением было попробовать необычный формат турбомода. Он только-только появился в Доте, это было лето, и если кто-то знает, все готовились к International, а к International выпускают компендиум. Это такой специальный набор внутренних штучек в игре, который позволяет, ну, скажем, более активно проводить время и получать за это какие-то призы. И чем больше ты наиграешь, тем больше получишь, а турбомод тупо быстрее, поэтому на время International он был страшно популярный. Потому что, чтобы навыигрывать много матчей, легче проводить не 50 минут в игре, а 15. И мы угадали, классно провели, было очень интересно, потому что это весело комментировать еще. В смысле, матчи, которые длятся не 50 минут, а 15, это супер насыщенная, прикольная инфа. И тоже нам удалось собрать очень неплохое количество команд. Я как раз вот на эту штуку и провел буткемп, привез всех в большую гостиницу, все 20 человек, поселил их на несколько дней, сделаем тренировочную зону, бассейны, спортзалы и так далее, чтобы они почувствовали себя... ну, профессионалами, киберспортсменами, да. И они действительно оказались все достаточно не задротами. Они хорошо выглядящие ребята, большинство из них классно разговаривают, они с удовольствием ходили заниматься, тренироваться, проводить время как более-менее атлеты, скажем так, да, и уделять много внимания в том числе и игре, и обсуждению всяческих тренировок своих и всего остального. Турнир прошел в Мариинском парке, это тоже для меня было большое достижение, в смысле я уговаривал город очень долго, и буквально вчера, кстати, один из там официальных лиц Кореи спрашивал меня, говорит, ну как, поддерживает вас государство уже, ваш украинский киберспорт? Я говорю, слава богу, уже не запрещает так поддерживать. Слава богу. Я уговаривал, и мне сказали, так и быть, дадим вам Мариинский парк с вас 70 тысяч. Ну, это было очень, тем не менее, круто. В смысле, это украинский турнир, который в Центральном парке прошел в любимой моей сцене «Ракушка». Это было супер клево, но это надо повторять. А тогда шел снег, и было сложно. В общем, но тем не менее, это тоже классный ролик будет. Я надеюсь, мы его глянем потом. Это, тут должен был быть смайлик, но я вообще очень люблю эти превьюхи, которые YouTube выбирает. Мне просто очень нравится эта фотка, она, мне кажется, удачная. И вот в ноябре, в этом, мы при поддержке, аж стыдно говорить, так смешно. Ничего они нам не дали, я же говорю, слава богу, что не запретили или не побили. Министерство образования, Министерство спорта и всего остального при поддержке. Мы проводим Ukrainian University Open. Я в прошлом месяце, позапрошлом, выступил на День студентов в Харькове перед кучей ректоров всех университетов. Рассказал им про киберспорт, все похлопали, сказали, мы хотим. Я сказал, раз вы хотите, мы проведем. И мы проводим. Будет участвовать где-то 20-30 университетов при поддержке ректората. Ректорат признает киберспорт и всем пожмет руку, а в следующем году пообещали даже стипендии тем, кто хорошо катает дотку или там другие игры. Поэтому да, это будут стипендии за киберспорт, ребята. Это реально. Что-то я очень стараюсь, я не знаю почему. Мне, наверное, что-то мне не случилось в детстве, почему я так ответственно к этому подхожу. И это все вот это у Ukrainian Federation of Electronic Sports, это моя федерация, которая вот это все пытается лоббировать за наши деньги. Ну и, в общем-то, это коротко. Сейчас мы перейдем к паре роликов, про которых я рассказывал. И потом вы там можете... присоединяться инициативно. Я даже плачу за это деньги людям,
честно. В смысле, вот те, которые мне помогают, все вот это делают, я всем плачу деньги. Поэтому, если кто хочет позаниматься, поснимать ролики, поделать команды, переехать на буткэмп, заняться маркетингом. У меня сейчас 24 онгоинг проекта, активных в киберспорте, и во все нужны люди. Поэтому кто-то, Иван — это ESM1. Вот это забудьте, я не люблю телефоны. Иван ESM1 — это правда. Давайте посмотрим киношки эти, да, которые я потом еще раз закончу эти ролички. Академия стриминга «Киберстар» выпустила первый учебный курс. Всего за неделю мы получили 700 заявок. Из них отобрали 20 студентов и оставили их вместе с лучшими преподавателями на целых 4 недели. Программу выпускного вечера готовили сами студенты, впервые вышедшие на сцену такого большого мероприятия. Поздравить выпускников пришли топ-менеджеры компании ESM и «Киевстар». Очень приятно, что мы пошли таким нестандартным способом. То, что мы запустили сейчас совместно с Ваней и со всеми вами, это было что-то новое. Мы дали возможность людям научиться новой профессии, профессии будущего, и по-новому зарабатывать деньги. Поэтому очень приятно приложить к этому руку. Спасибо вам, успешного выпускного! Очень прикольно, что те, кто выиграли, узнали, что они выиграли на этот мероприятие, они еще не знали. Но мы заставили всех записать видеоролик о том, что вроде бы как они уже выиграли, но именно в момент, когда показывают ролик победителя, он еще не знает, что он выиграл, а он там уже говорит спасибо, что оценили мои возможности и так далее. Сейчас этот момент будет. Лучшее представление себя. Ярослава Кучер. Никита Черешкин победил в номинации «Прогресс-курс». Посредине он стоит, смотрите на реакцию. Он упал на пол, видите? Увидел свое лицо и просто упал лежать. Трогательная церемония награждения обозначила двух победителей. Владислава Ковальчука и Елену Ланью. Спасибо. Очень старались. И сразу давайте второе посмотрим. Это не оно. Это, ну, вообще, тоже можно глянуть, но это просто не суперинтересно. Это 100 тысяч гривен, дотка, 100 тысяч гривен. А вот это прикольно. В Украине очень много молодых киберспортсменов, и их таланты нужно развивать. В 16 лет я жил вместе с родителями, а в 17 лет, благодаря киберспорту, начал обеспечивать собственную семью. Моя бабушка за 80 лет жизни ни разу не была за границей. Я, благодаря киберспорту, в свои 20 уже побывал в многих других странах. А бабушка нет, кстати, до сих пор. Уже сегодня они могут вписать свои имена в мировую историю рядом с такими фамилиями, как Бубка, Кличко и Шевченко. Раньше у меня не было цели, мотивации. Я не знал, чем заняться в жизни. Но познакомившись с Дотой, я обзавелся друзьями, мотивацией, целью. Изначально мои сверстники не понимали моего увлечения киберспортом. Но после того, как я начал ездить в другие города и побеждать в турнирах, они стали меня поддерживать. У меня не было особо талантов,
Но когда я открыл для себя доту, я понял, что я могу быть в чем-то первым. Развитие киберспорта должно стать государственной задачей, ведь другие страны давно впереди, а спорт почти олимпийский. Спасибо. Ну и на этом все. Я думаю, можно слово Лёше обратно передавать. Спасибо огромное. Ну а теперь будет обещанная драка, или точнее дискуссия между тремя титанами киберспорта. Это один для Вани. Давайте, всех приглашаю. Обещанные вопросы. Я считаю, что нужно начать с вопроса, поскольку мы как пропустили после докладов. Пожалуй, я сюда. Не перевесишь, боишься, да, типа? А Вячеслав пропал? Он сейчас будет. Он просто кое-все было эмоциональное. Плачет. Лахка, я как раз по поводу Innovation Spark, я очень люблю троллировать Unicity, хотя это клевое место. Спасибо, что пригласили. Да, во время презентации Славы я так плакал от счастья и все такое, что пошел умываться в туалет, пришел, все заняты, кроме инвалидского. Я зашел, а там нет зеркала. Потому что инвалид не должен на себя смотреть, он же инвалид. Правильно? А во всех остальных есть. Это Innovation, я считаю, просто. Но оно было еще неделю назад, по-моему. Инвалид, типа... И я не знаю, кто-то из вас, может, приехал сюда на машине или нет. Тут инновационный шлагбаум, который не может одним шлагбаумом пустить машину. И инновационный мужик, который выходит и спрашивает, вы куда? Тут подержу, да. Это отчасти похоже на вообще киберспорт, честно говоря. Потому что... Редко бываешь, да, потому что меня уже пропускают. Ну, не, меня тоже пропускают. Я открываю окно, я же сзади езжу. И открываю окно, они все говорят, извините. Просто это очень важно сразу. Да, и киберспорт, он где-то такой же, в смысле очень мало профессионалов, почти никакой инновации, хотя тема растущая и хайповая, и поэтому часто, сегодня буквально в Твиттере, один из таких очень известных, прикольных, вы его все равно не знаете, прикольных чуваков в азиатской доте, он там саентолог, я его называю, он всякое изучает, Dota Science, короче, он делает. Он проработал в Минеске, в Геске и где-то еще, и за 3 года его... кинули, по-моему, на 9 зарплат в 3 организациях. Он поэтому говорит, я, может быть, брошу этот ваш киберспорт, потому что работать в дотке максимально ненадежно. Да, теперь Алексею слово. Ну, на самом деле, хочется, да, вопросы от аудитории. А есть у нас, вот, у нас есть микрофон. Да. Инновационный. Добрый день. Вопрос к Вячеславу и к Андрею, просто чтобы дать возможность им сказать что-нибудь. Мы как раз рядом. Спасибо. Вопрос следующий. Какие кейсы вы знаете использования звезд спорта в киберспорте? Потому что вы много сравнивали. Может быть, что-то с цифрами можете рассказать? Цифры не скажу, но я знаю, что во время того, как анонсировался первый турнир мейджор по Counter-Strike от E-лиги, соответственно, был привлечен, например, для рекламы этого ивента Шакил О'Нил, баскетболист. То есть это достаточно такой известный игрок, кто не знает. Он соучредитель Е-лиги. Да. Соответственно, вот один из примеров таких вот, которые... Плюс недавнюю игру Fortnite, которая вот достаточно неплохо развивается в Америке и также в Европе. В СНГ и в Азии чуть похуже, там больше PUBG преобладает. Так вот, а в Америке также привлекают известных там и рэперов, и также и спортивных игроков, и футбольных, и там бейсбольных. Ну и, кстати, вот Ninja с доктором Dre, да? Я громко и так говорю. Это был самый популярный стрим на Твиче за всю историю. Кому не слышно? А, это я как раз и скрываю. Я когда матюкаюсь, говорю не в микрофон. Это в эфире было. Да, так вот, Ninja, один известных Fortnite PUBG стримеров, он, короче, трендовый стример, к нему напрашиваются в эфир звезды, он зовет звезд, и вот я же говорю, что его эфир с доктором Dre побил все рекорды Твича за всю историю.
Ну, а мы это, конечно же, зафиксировали, потому что мы аналитическое агентство. Кроме этого, кроме привлечения звезд вот, именно для промо-игры, очень много профессиональных спортсменов в Америке инвестируют в киберспортивные клубы. Вот, ну, то есть и Шакил О'Нил, да. Ну и Джордан же вот буквально только что. И Джордан вот буквально на этой неделе или на прошлой. Что-то 20 мультов Team Liquid, да, там? Да, да, Team Liquid это одна из самых популярных команд в Америке. И Drake тоже какую-то там тир 1-2 команду, там 100 Thieves проинвестировал. Короче, вот в Америке очень популярно инвестировать именно в киберспортивные команды. По поводу этого еще можно отметить про кейс PSG LGD, да, команды, которая стала Paris Saint-Germain LGD, китайско-французская команда. И вот буквально недавно мы там считали аналитику о том, что весь медиабюджет и его coverage LGD до покупки PSG, да, то есть, условно говоря, за 1% бюджета команды в год они увеличили медиа-coverage в 2 раза, купив LGD. Это отличный пример того, как вот бренды качественно интегрируются, обычные спортивные бренды качественно интегрируются в киберспорт. Вот. А из фейлов можно отметить, что на Эпицентр приглашали одного какого-то российского комментатора популярного с телевидения для того, чтобы он вел сам турнир, и это был полный провал. Потому что он набухался, я вам скажу всем, это да. Уже прошел как год, это уже, вот. Уже знают. Так что... можно сказать, что пробуют и с той, и с другой стороны. Иногда это удачно, иногда нет. А вот сразу про Украину. А украинские звезды пробуют? Кто-то там близок? У меня есть фотка с Кличко, где я рассказываю ему про киберспорт, а он смотрит вдаль. У нас есть фотка Кличко с наградами Нави. Ну, я думаю, он все еще не знает, что это такое. Год назад, я знаю, Михаил Ищенко со своим ребенком приходил к нам на турниры, а, например, на турнир в Мицке приезжал даже Лукашенко-младший. Как-то, может, это интересно. Или однофамилец какой-то. Известный спортсмен. Да. Хоккеист известный. Можно и второй вопрос? Да, можно. И забрал. Нет, не буду забирать. Вопрос к Вячеславу. Вы рассказывали очень много про... Я думаю, одного достаточно. Вы рассказывали об интеграциях брендов, и я понимаю, что вы, скорее всего, не можете сказать точную цифру, сколько стоит эта интеграция. Ну, не знаю, может быть, сравнить там в машинах там, или в чем-то другом. А какой именно сейчас идет речь интеграция? Бренды, о которых вы рассказывали, которые интегрировались непосредственно в игру Axe и прочее. Я понимаю. На самом деле цифры разные. То есть мы пробовали, например, первые компании, это были чисто там покрытие там, съемок, да, каких-то. Естественно, понятное дело, компания StarLadder, она не была бы, она бы не смогла работать в Украине, если бы она не зарабатывала каких-то денег. Скажем так, интеграция использовала бюджеты, в том числе и украинских офисов. Хотя ты говорил, что у нас там Axe.ru только, но нет, ты не был. Там было также, ну, это разных других стран. Мы вели там с преролов по геотаргетингу, там аудиторию с баннеров и все остальное. То есть с помощью инструментов, там Genius, и все, они уже это позволяют делать. Вот. Соответственно, бюджеты вот, среднестатистические по Украине можно умножить на 3, вот вам и прайс одного участия в крупном чемпионате мира, вот приблизительно. Вот которые вам, возможно, бы прислали, да, то есть вот Ваня, например, или там еще кто-то из турнирных операторов. То есть можно умножить на x3, и это будет тот прайс, который в такой турнир крупный стоит заплатить. Но там и охваты соответствующие, вы же понимаете. На самом деле титульный вход в СНГ-шные турниры это где-то $30-50. Такой, ну, нормальный титульный. А в мировые, действительно, Слава прав, в 3 раза больше. То есть 150-250 – это более-менее титульные деньги для спонсора. Долларов, понятное дело. Да, я также 2 года продавал спонсорство Na'Vi команды, и мы также фокусировались на международные офисы и, ну, с украинскими, так как бы в принципе тут нету именно тех, которые готовы, да, платить деньги. Мы работали только с глобальными офисами, они делили бюджеты на регионы, да, в зависимости от покрытия, которого предоставляла команда. Но это вот как раз то, что позволило команде развиваться, это то, что спонсорство все международное.
Ну, для Украины невозможно таргетиться, да, то есть даже вот когда мы делаем какой-то эфир, потому что таргетируют сейчас в язык, да, в основном. И, соответственно, если мы делаем русский эфир, то всегда одинаковые цифры. Там, условно, 75 Россия, 15, 17, 20 Украина и 5, 7, 10 остальные СНГ-шные страны или около того. И каким бы ты... Логично, что украинскому офису будет в 4 раза менее правильно финансировать это, чем русскому, потому что у русского будет 80% трафика, даже если это украинский ивент или русский, неважно какой. А можно я прошу прощения? Есть еще... Желание было. Будет, 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 мы запомнили. Андрей Очередниченко, вопрос. Я не вижу вас. Да, спасибо. Вон, Андрей. Андрей, вопрос по вашему слайду маркетинг-микс по выводу продукта на рынок. То есть у вас есть ряд целых каналов, да, маркетинга. И, во-первых, вопрос такой. Какое количество денег было потрачено на этот маркетинг? Раз. Второе, это какое количество денег из этого всего общего бюджета было потрачено только на инфлюенсеров, на YouTube? Ну, вы сказали, что это самый эффективный был канал привлечения. И насколько много из этих инфлюенсеров было не СНГ? По деньгам ответить не могу, это логично. По поводу сплита по бюджету, ну как бы он там плюс-минус, я просто для слайда считал специально, поэтому там точные цифры, а по бюджету надо посмотреть, ну там ну, плюс-минус так же, как и разбивка по процентам, так же, ну по каналам, так же оно и... По деньгам плюс-минус так же. Может, там чуть меньше, чуть больше в какую-то сторону, в зависимости от эффективности канала. Но понятное дело, что там Direct и SEO как бы ничего не стоит. Но мы, например, отслеживаем, как влияет какое-то вот, размещение в инфлюенсер-маркетинге. Это очень сложно, мы очень заморачиваемся этим. Не всегда получается, но тем не менее мы вот отслеживаем, как... размещение инфлюенсера влияет на органический трафик, потому что он точно влияет. Например, когда ролик выходит на YouTube, там есть ссылочка под ним. И вот мы получаем прямой трафик, на который люди самые классные, которые кликнули по ссылке, мы тогда их классно отречили, посчитали эффективность и все остальное. Но также есть где-то половина, по нашим расчетам, тех, кто ввел там, в Гугле Dream Team, да, нашел это и кликнул через, или через CPC, или вообще через SEO, или ввел dreamteam.gg, и это direct traffic. То есть достаточно сложно это вот в инфлюенсер-маркетинге, достаточно сложно трекать. Поэтому мы стараемся вот, как бы, оценивать все наши размещения как бы как в общем, да, вот как мы идем. А какой был второй вопрос? Можете, пожалуйста, повторить? СНГ. Значит, сейчас не покупаем платную рекламу на СНГ, так как у нас уже очень большой органический есть органический пласт этой аудитории. Они сами нас находят. Высокий бренд awareness и нет необходимости дополнительно ее бустить. Вот как раз там через... 2 недели мы вводим монетизацию. Да, у нас на самом деле счет на минуты, потому что очень быстро развиваемся, поэтому все так очень плотно. После того, как мы введем монетизацию, мы посмотрим, какие регионы для нас самые прибыльные, если сравнить customer acquisition cost и сколько они приносят revenue, и в зависимости от этого уже будем там, может, обратно вернем СНГ, может, не вернем. Пока что нету, в начале было. Ну и понятное дело, что речь о миллионах баксов, чтобы вы не сомневались. В смысле, они тратят миллионы долларов, и этот миллион пользователей, который к ним приехал, стоим, я думаю, им минимум 3 мульта. Ну, у них, слава богу, есть еще 12, но Андрюха дорогой специалист. 15 есть. Извините, ну я же минус 3, там 4 не, посчитал. Но не переводим в текущий курс крипты. Да-да-да. Классная история, кстати, Play to Live очень быстрая, да, они собрали 30 миллионов в крипте, и пока вывели, это было уже 8. Кстати, никто так статистику теперь этого сервиса не может получить. Ну, они не дают. Ну, я ее знаю. И пытаются нам заплатить, чтобы мы наврали их статистику. Я даже статистику знаю. Да, здравствуйте, меня зовут Александр. А у меня вообще, ну, хочу выразить уважение к каждому спикеру, но мне сказали, что я могу задать только один вопрос. Сказали, какой? Можно два. Я вам задам, да, Иван. Вы, кстати, в жизни более такой добрый, чем на фотографии.
Вы его тут сказали... Вы поэтому подальше сели, да? Ну, просто не успел занять места. Думал, вы злой. И, да. Это, вы сказали, что вы планируете открывать высшее учебное заведение, вот, связанное с киберспортом. Правильно я понимаю? Ого, нет, мы собирались открыть курс киберспорта в высших учебных заведениях. Ага. Украинский национальный киберспортивный университет, да, сразу? УКУШУ должно называться как-то или что-то подобное. Ну, мне кажется, ну, в перспективе вполне возможно, в принципе, с теми инвестициями, которые заходят в киберспорт. Куда, интересно, кому заходят, вы не слышали? Если вам еще взятки будут платить, то... Я расскажу, если тут есть представители министерства, как мы легализуем киберспорт в Украине, вот уже где-то полгода. И как государство нам говорит, мы тут недавно киберспорт слышали и легализовали покер, поэтому давайте нам столько же. И у нас не хватает, только у Dream Team хватает, но они на маркетинг все тратят. Так подключите их к себе, может. Спасибо. Какой вопрос? А, вопрос такой, вот как бы тут все в доту играют вообще или в какой-то киберспорт? Это классный вопрос. Да, девушки кричат. Поднимите руку, вот кто там знаком с дотой как-то. Ну, я. Вообще неплохо, кстати, неплохо. Да, вот половина человек где-то, да? Вот половина, ну, верхняя. Наверное, вы не примете. Вот я не играл в доту ни разу, кстати. Но я знаю, вот Вилат, правильно? Это он, да. Да. Вот. Ну, мы, нас, наверное, ну, мы не сможем поступить в ваш университет. Сможете. Да? Сколько? Он будет через 10 лет, когда в Украину поступят хоть какие-то инвестиции в киберспорт. Ну, я просто не знаю, смогу ли я начать играть. Вы сможете. Да. Зайдите на сайт, который был у меня в презентации про федерацию, напишите, мы поставим вас в вейтлист. Ну, я попробовал, может, какое-то такое вот дошкольное сначала образование. Мы строим школу в Новопечерских Липках еще одну. В общем-то, в 2020 году. Короче, такой вопрос. У меня два пути. Или начать вот с дошкольного образования, или заплатить вам взятку и сразу высшее получить. Что вы мне подскажете? Хорошо. Ну, скажите, ответьте, как мне лучше сделать? Я не могу честно ответить на этот вопрос. А, ну, давайте после... Давайте дадим слово человеку, который стоит еще с момента, как он хотел задать вопрос. Спасибо. Вы приходите, напишите, мы возьмем вас и в школу, и в дошкольный, и в полкурса, part-time, full-time. Спасибо за вопрос. Конечно, я есть в Фейсбуке, конечно. Николай Связной меня там зовут. Это Ваня, не страшно. Добрый вечер. Поскольку Андрей не любит говорить про деньги и будем спрашивать при этом каждого из вас. Можно пример какого-то минимального бюджета, с которым вы работали, который дал максимальный эффект? И наоборот, факап, какой-то большой бюджет, который толком не вылился. У Андрюхи есть ответ. Да. Я хочу. Это прекрасный вопрос. Самое дешевое это было... Вот точный кост не помню, но около там $1000 мы заплатили стримеру, и он вот очень хотел, там, ему понравился проект. Он сделал нам около 3500 регистраций. Сам Андрей, в общем-то. Да, да. Да, я стримлю, ну, как-то надо там домонетизироваться, знаете, докидывать немножко. Это был СНГ-шный стример, вот. Акинатор него... начинается. Да, акинатор. Честно, точно, вот... Мужчина. Мужчина, да, спасибо. Вот, вроде ли там был или канал Шока, или... я честно вот не вспомню. Но если очень нужно, я могу найти вам специально. А самый большой фейл это было, когда вообще во время ICO все достаточно было ново и очень много рисков. Когда ты делаешь какое-то размещение, это абсолютно ты не знаешь, как бы, какое ROI от него будет, потому что все непрозрачно. Ну вот если сравнивать там киберспорт, то киберспорт это самый прозрачный океан в мире. По сравнению с криптой. Там все очень печально. Вот. И когда мы ездили на ивенты, мы как бы там, ну, как-то старались это оценивать. Но пока не отхлебали своего, мы попадали в очень разные штуки. И один ивент стоил он десятки тысяч долларов. Вот. И мы туда приехали. Ну, да, он был в Лос-Анджелесе, но там как-то никого не было особо. Вот, а мы там главный спонсор. 3 дня просто... Да, даже еды особо не было. Ну,
А кофе платный был. Поэтому это как бы не говоря про то, что там инвесторов не было. Вот. Это один из самых больших фейлов. Но тогда были другие условия. Вот. В маркетинге продукта тут легче. Можно как-то оценивать. По поводу самого большого фейла, наверное, это был, когда мы делали длительную кампанию для нашего партнера. Несколько было турниров. Мы по каждому должны были делать отчет. Достаточно большой, там на слайдах 80. И мы только потом заметили, что мы не поменяли там таргетируемые ссылки на каждой кампании. То есть отчитаться практически было уже невозможно. Это был единственный такой фейл. А так потом вообще фейлов мало, потому что на каждого сотрудника StarLadder'а еще есть несколько других сотрудников, которые так или иначе заметят вовремя, что-то подскажут. А второй вопрос по поводу бюджетов, самый минимальный, с которым работали, и максимальный эффект. Есть такой пример, у меня даже есть видео, номер 8 из моей презентации. 71 видео. Да, у меня большая презентация. Если найдете, там, ну, сейчас время будет, я вам пока расскажу. Это мы видео, которое сняли и потом запихнули для украинского бренда компании Asus. Мы рекламировали девайсы и промо-акцию во время новогодних или там предновогодних прошлого года. А почему она была успешна? Мы потратили на съемку ноль денег, это будет видно, кстати, из продакшена, но при этом был эффект порядка, по-моему, 5,5 CTR. Ну, то есть мы там прокрутили, допустим, там порядка миллиона показов, ну, можете посчитать, сколько было переходов. Если вот уже нашли видео номер 8, пожалуйста. Давайте посмотрим. Оно смешное очень. И трейлер Венома. С 20 мая по 11 июня к финалам Dota 2 Invitational, покупая продукцию Asus, ты гарантированно, а главное бесплатно, получаешь в подарок игровые девайсы, наушники, мышки и коврики Cerberus. Это же просто бомба! Кликай на видео и зацени. Хочу сказать, что это сработало еще хорошо благодаря тому, что мы изучили хорошо аудиторию Dota 2. Это было нестандартно на тот момент. И, ну, мы уговорили клиента, и плюс клиент показал там кому-то из сотрудников, который увлекается геймингом внутри корпорации, и он сказал, что это сработает. Ну, вот так вот мы это запустили. Главное не бояться и прислушиваться. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я здесь. Привет. Привет. Вопрос Алексею и Ивану. В общем, с чем приходилось бороться, назову так, во время переговоров с большими брендами, когда ты берешь деньги на очень классный турнир? Ну вот, как это вопрос. О-о-о. Прикольно, что мы с Лешей были на одной стороне вообще-то, да? То есть он как он head of innovations вообще-то. То есть я пришел к нему, говорю: Леш, киберспорт, он говорит: пошло, давай. То есть у нас был где-то 40-секундный разговор до понимания, о чем мы. А потом вот эти все 60 встреч, которые мы шли, каждый раз на встречу приглашали кого-то следующего, а встречи в Киевстар назначают часовые, да, и вот где-то 55 минут занимало каждому встречу объяснить, что вообще происходит. И это было сложно. И слава богу, что просто через всю эту итерацию мощную и сложную мы добрались до Паши, до Немана, с которым, ну, за 15 минут, наверное, все решило при помощи вот Олега Белова и Кости. Это вот сотрудники Киевстар тут присутствуют, благодаря которым все это... Киевстар набался терпения, так скажем, чтобы столько встреч провести. Но, конечно же, в первую очередь проблема в том, что они вообще не отстреливают, о чем речь. И, наверное, я просто, ну, не сейлз, я очень не люблю продавать, и потому что я не умею обманывать. И очень удобно было бы приходить и говорить: знаю всю аудиторию гейминга, мобайл, Xiaomi, Huawei, Samsung, и Киевстар сразу с горящими глазами бросает тебе деньгами, скорее всего. А когда ты приходишь, говоришь: стриминг, киберспорт, они сразу просто, ну, девушки из аудитории выходят, и с тобой никто не разговаривает. Поэтому киберспорт непонимающему бренду тупо тяжело продать. Вот это, наверное, моя часть истории. Леша? Ну, а по факту даже коммерческий директор поменялся, потому что... Ну, а сейчас мы второй, там было написано, видели, первый сезон, то есть должен был быть второй, и тогда поменялся коммерческий директор, поменялся маркетинг-директор, а сейчас уволили президента. То есть мы, кроме всего прочего, тут еще боремся с случайностями. После вашего проекта уволились. Из-за.
Просто Киевстар, они, если не ошибаюсь, 300 миллионов долларов в год зарабатывают, да? И мы вот те 5000 гривен, которые мы с них выпросили за год, это, наверное, их обанкротило, я думаю. Добрый вечер, меня зовут Дима. Virtus.pro. Да, спасибо большое за презентацию каждому из участников. У меня вопрос к Андрею. Андрей, а когда запуск у Dream Team по Dota и остальным играм по PUBG? Сейчас мы сфокусированы на том, чтобы сделать более крутые фишки. То есть, например, менеджмент тузу, да, чтобы можно было там, ну, планировать игры, такое разное. Коучинг тузу, что будет тренер, он может ставить какие-то цели для каждого игрока. Они могут выполнять, ну, например, там, увеличить хедшот ранг на коблстоуне, да, там, держать точку Б вместе со своим партнером. Короче, какие-то такие вещи, которые более глубоко вовлекут пользователей в платформу, да, потому что сейчас мы настолько все круто оптимизировали, что люди очень быстро находят команду. Вот у нас как бы время, которое не находит, оно реально маленькое, потому что все супер понятно, супер удобно. Вот. Мы вот добавили Practice Games и сейчас развиваем там, чтобы автоматические сервера поднимались. Будем работать или с GameEye, или с Faceit напрямую. Вот. То есть увеличиваем retention. После этого следующая игра, скорее всего, будет Fortnite, потому что наша аудитория — это, в первую очередь, US-аудитория. Fortnite однозначно, там, непонятно его киберспортивное будущее, и играют турниры в основном там, 2 на 2 или соло. Но, тем не менее, все равно есть некий спрос на это, поэтому будем. А вот после Fortnite это, скорее всего, PUBG, Dota, Overwatch. Ну, в следующем году будет. Извините. Если позволите, такой вопрос, наверное, в первую очередь Алексею и Ивану. Я думаю, Ивану он особенно понравится. Вот из серии «Помечтать». Вот что должно такое произойти, чтобы инвестиции, о которых мы говорим в мире, да, каким-то образом появились в кибер... Я имею в виду инвестиции в киберспорт, появились и в Украине. Вопрос понятен? Или... Это такое задумчивое да. лицо. Ну, так как Иван ответит точно и эмоционально, я считаю, что нужен какой-то кейс внезапного успеха в Украине. Но опять-таки, вот когда команда Na'Vi создалась, ну, это была случайность в каком-то виде. Но оказалось, что в Украине такая команда может существовать. И чтобы наше правительство, ну, оно же в целом отслеживает хорошо. Вот, допустим, Unity City организовался в Киеве. Я вот часто здесь нахожусь, потому что мы здесь телеком-акселератор ведем. И здесь уже все мэрии побывали, поскольку это ж хайп, это интересно. Пока такого хайпа в киберспорте нет, но, возможно, какие-то события случайные. Вот этот хайп зажгут. Поэтому я считаю, что вот это может сработать. А Иван… Считает иначе. Я считаю, что команда Na'Vi провалила украинский киберспорт, потому что им абсолютно безразлично на Украину, им важны были только бабки. Поэтому они никогда не сделали адекватных автограф-сессий, выходов в люди, каких-либо не продаж с мировым спонсором, а какой-то интерактива со страной, кроме Зевса в торговом центре или кого-то еще. Не согласен. Выслушаем Вячеслава потом. За 10 лет вот этих вот не согласен было, ну 2. Ну, больше. Ну, короче говоря, это точно не входило... Если вы знаете, что такое Benefit Corporation, да, это компания, которая в первую очередь ставит... У большинства компаний в нерегламенте, как это называется правильно? Скажи мне, ты взрослый. Так, глядите, в уставе, конечно. Написано, что они for-profit only companies. То есть задача только зарабатывать бабки. А несколько лет назад, где-то 10, появились компании, которые называются Benefit Corporation, в которых написано полезные делишки и бабки. Так вот, у нас таких компаний нету, это точно не Na'Vi. И в немножко начинают появляться. У меня, кстати, Benefit Corporation, если что. И тогда, когда Украина станет для кого-то соблазнительным рынком, это, понятное дело, не мы, тут Леша ответит, потому что, не ответит, а подтвердит, сочувствием кивнет головой, потому что, например, Singtel, с которым мы работаем по аналитике, делает киберспортивные ивенты, спонсирует киберспортивные команды, потому что у них средний чек на абонента 70 баксов, а у Киевстара, как мы любим говорить, скоро 2. Или там скоро 3. То есть это каждый доллар, это круто.
Поэтому Украина, конечно, спорный рынок, но зато мы вообще-то столица киберспорта, киберспортивный туризм тут можно строить. И когда появятся такие организации, как мы, они еще кем-то, кто-то еще, будут инвестиции. И вот тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, и мы скоро привлечем большие. Мы ведем кучу переговоров, и я в Украине оставлю все офисы, которые сейчас занимаются разработкой. Поэтому надеюсь. Вот мы вот с тобой, может, что запустим, каких-то детей научим там, хотя бы наших для начала, а потом еще двоих. Вот такие вот ответы. Короче, тяжело, но будет. И... Кстати, я хочу сказать, что не все так печально, потому что по факту все зависит от какой-то средней температуры по больнице, и она повышается, и уже как бы многие корпорации, они, конечно, все профит, но они все равно обращают внимание на то, где есть люди и деньги. Это примерно как, вот я дружу с федерацией ГО в Украине, вы же знаете, такая есть игра шахматы ГО. И вот когда вот коммерческому директору презентовали, что давайте поддерживать ГО-федерацию в Украине, он сказал, ну, я не знаю эту игру, моя бабушка не знает, никто не знает, что это вообще такое. И вот с киберспортом почти так же, чуть лучше, чем с ГО. Но, в общем, и оно постепенно растет. Я думаю, что пару лет и все наоборот будут думать, блин, как мы вообще не поддерживали, сейчас все в киберспорте. Ну, то есть поэтому и вот этот, ну, как бы предел уже близок, поэтому такое. На самом деле все очень просто. Пока у населения нету достаточно денег, потому что все хотят зарабатывать, они будут вкладывать в киберспорт для того, чтобы в том числе потом когда-то заработать. Если они будут видеть, что средний чек достаточно мало, они будут, соответственно, вкладывать мало денег. Если население будет достаточно зарабатывать, с него можно больше будет потом зарабатывать, если вкладываться в киберспорт. По поводу команды Na'Vi отдельно. Мы делали только для команды Na'Vi 3 или 4 ивента, где называлось это Na'Vi Days, где без партнеров команды, команда приходила, встречалась со своими фанатами, делались автограф-сессии и фотосессии, задавались вопросы, интервью там и так далее проводили. После этого киберспорт был настолько насыщен событиями, а вы знаете, что турниров становится все больше и больше, и команды иногда в течение там, 2-3 месяцев, может всего неделю быть дома, там, в Киев приехать, там, увидеться с семьей. И из-за этого вот, до конца, например, июня 2019 года все выходные по всем ивентам CS, GO и Dota 2 уже расписаны. И, соответственно, там есть понедельник, вторник, и то мы их тратим на перелет. Когда тогда встречаться с фанатами? Фанаты их смотрят тогда по телевизору, там, по Twitch TV, да, и так далее. Ну вот такое идет взаимоотношение. Плюс где-то вот в соцсетях там видео выходят какие-то или какие-то там развлекательные шоу вместе с игроками. Кстати, классный трендик, что вот недавно тоже мы работаем же с техническими партнерами тоже, которые сказали, что наконец-то гейминговая техника начала сумасшедше расти. То есть гейминговые компы, ноутбуки и мышки и прочее стали ассоциироваться с Лухари более эффективными, более перформящими и стали лучше продаваться. То есть сейчас как минимум брендом технологичным будет интересно киберспорт, потому что неожиданно это стал бустер для продаж. И даже мобильные телефоны, игровые, несмотря киберспортивные, внезапно даже для самих обозревателей, то есть они все в шоке, там 2-3 месяца назад, как, мы думали, провалится, а все наоборот пришли и начали выпускать. Да, да. А Иван так хейтит Na'Vi, его выгнали, исключили, не приняли в Na'Vi. Что происходит? Кстати, выгнали, по статистике вообще мобильный гейминг, он будет все больше и больше расти и набирать обороты. Тот же Fortnite или PUBG, он просто сумасшедшее количество скачиваний из маркета. И по статистике, по-моему, за 3 месяца выхода Fortnite внутриигровых предметов было продано на $120 миллионов. То есть и будут разработчики, наоборот, привлекать аудиторию в мобильный гейминг и стараться это преподнести, там, призы какие-то делать, учреждать турниры. Там. По этому поводу есть прикольный факт о том, что вот мы все говорили о том, что киберспорт оценится в 1.5 ярда, а продажи внутриигровых предметов Fortnite в этом году оцениваются в 1.5 ярда. То есть вот примерно. Да, я вот как раз про Fortnite тоже хотел добавить. Может, администраторы помогут загуглить в YouTube рекламу Galaxy Note Fortnite. Я вот недавно, когда был там, на очередной конференции, просто по сути Samsung интегрировал айтем в игру, который доступен только для тех, кто купил телефон. В
вот и сделал коммуникацию, основываясь на этом. То есть Слава показывал пример там интеграция, да, но это как бы просто достаточно. Ну, то есть с точки зрения продакшена там сложно, конечно, но именно для самого разработчика это, ну, типа там все равно. А тут люди именно сделали рекламу с внутриигровым айтемом и крутили именно Galaxy Note, продавался как телефон для Fortnite. Ну, как по мне, это что-то значит. Это как раз вот мы сегодня не успели поговорить, что мобильный киберспорт — это next big thing, как Dream Team для киберспорта. Ну, мобильным оператору особенно приятно, да. И как мне, как владельцу Note, так тем более вдвойне. Я тут изменяю Apple с Note. Вот нам нашли видео. Видимо, это оно, да. Fortnite is finally on Android. It's currently in beta and only running on a few devices right now. So keep watching to see if yours is compatible. Hello, ladies and gentlemen. My name is Sam Sheffer, and I am currently playing Fortnite on the brand new, not even released yet, Galaxy Note 9. I think this may be a world's first. If you have a recent Galaxy phone like the Note 8, the S8, the S9, etc., go to fortnite.com/android and follow the instructions. You'll have to enable some permissions for it to install, and it's quick if your Wi-Fi is speedy. Once the game installs, simply sign into your account, and that's it. You're in. Samsung users will have the exclusive until Sunday, August 12th, but by the time you're watching this video, you should be good to grab it. According to Epic's website, the latest LG phones are compatible, as are Google's Pixel devices, some OnePlus phones, the Razer phone, the Essential phone. Поняли, I'll leave the full list linked in the description. Спасибо большое. Razer phone. Об этом же кейсе, кстати, можно сказать про Wargaming и тельняшку. Или нет, PUBG и тельняшку, да? Увеличили за 5 дней чуть ли не в полтора раза количество аккаунтов, потому что весь Китай пришел и купил аккаунты русского PUBG, чтобы получить тельняшку только. Потому что внутри можно было передавать шмотки. И закрыли передачу вещей с шарда на шард, ну, в смысле, между Азией и СНГ, потому что настолько дофига читерило китайцев. Хотя, представь, ну, они типа увозили деньги из китайского региона, и китайцам это не понравилось. Но кейс сумасшедший, там реально за 3 дня типа 10 миллионов аккаунтов платных. Ну, вообще примеров, где раздают внутриигровые эксклюзивно предметы, очень много. Тот же Wargaming очень любил в свое время там активировать, например, банковские карты активируешь, получаешь какие-то там танки эксклюзивные, которые ты больше нигде не можешь получить. А, кстати, за интеграцию Samsung в Fortnite очень обиделись PUBG. И когда решался вопрос с турниром PGI, где Samsung очень хотел выступить в качестве партнера, они сказали нет, но после того, как они там в итоге встретились уже наверху, там их там директора корпораций, вот все-таки нашли компромисс, и в итоге вот Samsung был в том числе, вот мы делали этот продакшн для Note 9, я показывал на презентации. Если позволите, я такой небольшой комментарий. Ты переходишь с одного зала, прикидываешься разными людьми? Я захожу за микрофоном. Я так вообще в целом оптимист по жизни, но... Мы искали партнера для школьного чемпионата по киберспорту, да, и несмотря на то, что у нас там 250 команд для онлайн-турнира с возрастным ограничением, это достаточно много, 980 учебных заведений во всем этом принимало участие, $2000 для того, чтобы мне найти, я обошел приблизительно 70 украинских компаний, да, и когда они слышали «школьники киберспорт», да, оба слова непонятно, спасибо, не надо. А? То есть, поэтому, ну, кейсы хорошие, в том числе с Samsung, да, но, опять-таки, пример это хороший в мире, да? А в Украине, и в том числе к Нави мы тоже ходили, и тоже, да, спасибо, не надо. Да. Да. Но мне кажется, вот по поводу ментальности, да. Если собрать родителей и спросить, вы хотите, чтобы ваш ребенок был киберспортсменом, и этих же родителей спросить, хотели вы, чтобы ваш ребенок был там известным футболистом, то известный футболист не понимает, что это такое, а киберспорт пока нет. Вы же помните, да, надо Иван Киберспорт загуглить, и там будут ответы на все эти вопросы. Но я думаю, что пару лет, ну то есть, и вот мне кажется, что рынок должен созреть ментально. Вот, ну, по сути, наши родители должны понять, что не так все... На самом деле, тут, опять же, куда таргетироваться? Вот, например, вышел, если под промо-компанию попасть того же Боржоми, который выпускал детские вот эти бутылочки «Звездных войн», они целятся как раз молодым. Моршинская это была.
Моршинская это была. Ну, Боржоми и Моршинская, это же практически один. Ну да, проблема в том, что ты, скорее всего, не туда ходил. Детская аудитория же очень тонкая, и мало кто реально хочет ее покупать. Понятное дело, что, ну, там, условно, Киевстар родителю будет продавать, а не ребенку. Хотя, конечно, уже понемножку начинают и детям, потому что дети тоже уже опинион-лидеры по-своему. Но тебе надо действительно идти в детскую Моршинскую или что-то еще. Мы уже обсуждали, собственно, это, да, потому что это такая аудитория, которую тяжело продать. А 2000 долларов или 20 тысяч долларов не эта роль играет. И они тупо дадут или не дадут. Иногда даже с точки зрения корпорации очень маленькая сумма, она, ну, ты не можешь даже собрать там людей. Ну, потому что это год утверждать, что это 2 миллиона, что 2 тысячи. Реально это так и будет. Андрей, что хотел сказать? Поэтому повысить сумму и быстрее рассказать. Я вот просто много думал о том, что ты сказал, Леша, про родителей, дети и киберспорт. Вот у меня есть ребенок, он как раз входит в киберспортивный возраст. 8. Да. 3 это только на Дримтиме. И вот я, общаясь с профессиональными киберспортсменами вживую, не хочу, чтобы он стал киберспортсменом, несмотря на то, что я в индустрии. И, ну, как бы, почему? Потому что очень еще есть куда, как бы, взрослеть инфраструктурно тому, что происходит в командах, в игре и, ну, вообще в самом рынке. Да, так. А я наоборот. Я капитана своей дота-команды реально хочу усыновить. Но его родители не хотят от него отказываться, я не знаю. Потому что он настолько клевый, что это прямо вот, ну, вы все хотите таких детей, правда. Умный, красивый, хорошо играет, занимается, хорошо учится, классно играет, хорошо говорит, любит камеру. Это мечта любого родителя. И у меня такой есть. Но он, ну, еще не мой, но... Еще. Я работаю над этим. Не, ну у меня, кстати, сыну 14, но он больше, то есть я его вижу как разработчик. Например. У нас вот сейчас на каникулах там есть проект, то есть мы там что-то пишем. Вот, но при этом, да, у нас с ним там на двоих команда в Кэш-Рояле. Там давно, вначале она была моя, потом потеряли аккаунт, перезавели. А моя получилась ровно потому, что меня школьные товарищи его просто выкинули, а так как я, ну, все-таки организатор, я организовал свою, там, добил там испанцев, и там мы отлично играем. Вот. Ну, короче, это неудача. В смысле, конечно, киберспорт токсичный, мамоебский и все такое, это плохо. Но это проходит. И когда Вилат перестал матюкаться 3 недели назад, то дела пошли на поправку. Потому что если, ну, никто не знает, что такое Вилат, загуглите Вилат LGD Pushed. Да? Это то, где он, из чего он родился. Я не знаю, если бы тут не, ну, если бы я мог гарантировать, что тут нет детей, я бы попросил загуглить это. Режиссеры, загуглите и не показывайте. Сами посмотрите. Да, все остальные обязательно загуглите, потому что именно на, ну, я лично на 50% виню его в том, что плохая речь и все такое. У меня есть абсолютно наоборот кейс. Да, и я тоже занимался киберспортивным комментированием, просто нишевым. В смысле, не дота, порнуха, матюки, а ровно наоборот. Образование, литературная речь, уважение, настоящий opinion leadership. И это сработало. Тяжело было, но срабатывало. И вот такие ребята, как вот мальчик, про которого я упоминал, да, Егор, который капитан моей команды, он появился из этого образования. В смысле, он начал мои стримы смотреть в 11 лет, через 5 лет меня нашел и сказал, я хочу быть таким, как ты меня учил. И вот год мы с ним вместе, ну, работаем и все такое, и он идеальный. И я надеюсь, что таких еще есть, ну, хотя бы там 10 человек благодаря мне, а мой лучше 10 тысяч. И мы в этом направлении должны развиваться, а не в том, чтобы, ну, переживать, что херовые киберспортсмены будут превалировать. Не будут, будет все хорошо. Вечер добрый, ребята. Будут. Меня зовут Дмитрий. У меня есть 2 вопроса к вам. Первый к Андрею. Андрей, объясните, вы на своей презентации показывали, что у Dream Team, если не ошибаюсь, на Twitch, как рекламный канал маркетинговый, припадает около 1%. При этом Twitch является самой крупной e-sport-платформой, которая занимается обозреванием игр. Вот, это к вам вопрос. И в первую очередь, наверное, к Ивану, но вообще можете вы в том числе ответить. Не, к тебе, Вань, вопрос второй. Спасибо. Вот, по поводу Твича. На азиатском рынке, на Китае, да, самый крупный рынок киберспорта, Китай, там 3 равнозначных Твич-платформы, да, не Твич, стриминговых платформы, которые занимаются обозреванием киберспорта в том числе. У нас на некитайском, да, рынке есть монополист в виде Твича.
Как вы видите в ближайшем будущем, Twitch будет сохранять монополию или все-таки будут появляться какие-то нишевые продукты, возможно, локальные или, например, киберспортивные площадки, которые будут заниматься обозреванием, либо все-таки Amazon с Twitch'ом будет масштабироваться и, в принципе, оставить за собой монополию? Спасибо. Или ты? Да, очень клево, что китайские эти платформы, одна называется Douyu, другая Хуя, и мы зарегистрировали отдельный статистический домен, который называется dahuya.com, который как раз в скором времени расскажет о статистике образования Китая. Это наше азиатское направление, он правда существует. И там, третья. Хумао. И панда еще. И еще 12 штук. Но... мы думаем, как я со стороны компании сейчас говорю, что китайский рынок не самый крупный, и более того, если там полистать мою презентацию и в Wall Street Journal найти материал, который с нами написан, он как раз о том, что Tencent и весь Китай дурит, переинвестует, чтобы делать вид, что они лучшие и самые большие в киберспорте. Это не очень правда. Но тем не менее, play to live Twitch'у не угроза, я думаю. А на сегодня конкурента делать тупо дорого, с Амазоном нет смысла конкурировать, поэтому пока не появится более удачный функционал, если есть R&D-инвесторы миллионов на 10, я расскажу какой, конкурентов Твичу просто не нужны. Да? То есть вот, пока Твич справляется и хорошо. Но я думаю, что через год-два или три... Вы знаете, да, YouTube сдался. Они объявили, что YouTube Gaming закрылся, это был прямой конкурент Твича, его больше нету. Да. Слава машет, как вроде он в Ютубе работает. Я был там неделю назад. Есть фотки. Ну, не знаю, загуглите. Выкатил хоубэш геймеров неделю назад, две недели назад. За неделю, пока ты был в Ютубе, как бы у нас там созвоны регулярные. На самом деле Ютуб не откидывает идею вообще. Не идею, а Ютуб гейминг закрылся. Сам портал, ну или как это, страничка. Я ничего другого не говорил. Конечно. Они нуждаются в киберспортивном контенте. У них существующие... Как и Фейсбук. И Твиттер, и Инстаграм. Ну, мы с ними, по крайней мере, постоянно общаемся и обсуждаем варианты стриминга на их платформы. И они действительно хотят, чтобы привлекать вообще киберспортивный контент. И в том числе, когда мы говорим о том, что кроме Твича никого нет, есть YouTube, который прямо готов платить за то, что мы делаем киберспортивный контент. Обидно, что столько же, сколько и Twitch, поэтому особо нет смысла менять платформу, да? Ну, на самом деле все обсуждается, потому что есть контракты, которые показывают удачные примеры. Это Faceit с YouTube, да, был запартнерен, сейчас идет турнир туда эксклюзивно, ECS. На Facebook ESL. Твиттер там кого-то, плюс еще новые. Потерял, кстати, всего 90% аудитории, короче, потерял всего-навсего. Да, я вот как раз хотел про это и тоже прокомментировать. Есть три основных игрока вот в некитайском мире. Это Twitch, YouTube и Facebook. YouTube больше фокусируется как бы на контенте. Вот не на прямых трансляциях, да, и Слава говорит, что да, вот классный кейс, Faceit и ECS-лига, это такая типа профессиональная лига, но туда теоретически можно как-то попасть любому из нас, если очень хорошо играть. Да, у них был эксклюзивный контракт с YouTube, они его прекращают и будут транслировать мультиканально. Facebook подписал эксклюзивное соглашение с компанией ESL. ESL — это... самый крупный организатор турниров в мире. Вот. И действительно, они как бы по цифрам не признаются, что они потеряли в аудитории. Но это полный провал. На самом деле, если просто вот взять и посмотреть два стрима, английский стрим набирает меньше просмотров на Фейсбуке, набирает меньше просмотров, чем русский стрим на Твиче. А это как бы так никогда не бывает. И они потеряли очень много, и вот они подписали соглашение где-то на 2-3 года, я точно не помню, но они прекращают его и тоже будут возвращаться обратно на мультистримы на разных платформах. То есть лично я говорил ESL, что я их не буду спонсировать до того, как они стримят на Фейсбуке, потому что это просто нет в этом смысла. И они мне уже предлагают на 2019 год, да, мы типа тут уже не эксклюзивно с Твичом, поэтому все провалилось. Вот, возвращаются на Твич. А Твич тем временем фокусируется на более классических видах спорта. Вот там тема в том, что когда Amazon его купил,
в начале менеджмент Твича был еще твичевский. Ну, это уже больше слухи, я лично не знаю, но есть косвенные факторы, они будут транслировать какую-то тир-2 или тир-3 лигу баскетбольную на Твиче и прекратили очень много партнерств как с турнирами, так и с командами. Вот. Раньше Twitch платил за то, что команда стримит только на Твиче. Сейчас он прекратил это делать. И насколько вот есть инсайты, у них тренд наоборот уходить полностью от киберспорта, а больше развивать вот спорт. Вот такая интересная ситуация, оно как бы движется. Да там все просто. Twitch добавляет воды, YouTube добавляет лайв, все гонятся за водами и за лайвом, чтобы систематизировать. Нет, все. И РЛ для них сейчас супер перспектива. Вот РЛ. Они за него даже сильно переплачивают. Не воды, да. Не воды. Все хотят быть одинаковыми, чтобы отхватить кусок пирога у каждого. Все хотят денег спорта. Вот. И все хотят там баскетбол, футбол, так же, как и все остальное. Тут вот не в формате, что стрим или вот, а тут вот все хотят РЛ. И на Твиче у них гайды сейчас, что вот, чуваки, вас как бы смотрят там не обязательно, потому что вы хорошо играете. И вот если сейчас зайти на Твич, там РЛ — это in real life трансляция, просто кто-то сидит перед камерой и болтает с тобой. Оно всегда держится в топе. Год назад такого не было вообще. И это сам Twitch провел исследование и дал гайд стримерам. Ребятки, вы можете также отлично монетизироваться, потому что, в принципе, если ты красивая, то неважно, как бы, во что ты играешь. Но, да, по факту, я так понимаю, что Twitch просто хочет съесть спорт, но это не так просто. А, так, последний вопрос. Ну, давайте последний, потому что нас просят завершаться уже. Ну, Борода тут вот... Скиньтесь. Да. Подскажите, пожалуйста, букмекер... Есть примеры очень глубокой интеграции букмекеров и киберспорта, и эта тенденция, ну, продолжается, и мне кажется, таких примеров нет просто в спорте, насколько глубоко уже проникли букмекеры в киберспорт. В связи с чем, как бы, вопрос. Та целевая публика, которая есть в киберспорте, насколько они расположены к букмекерам, это раз. И два, насколько букмекеры развивают киберспорт или наоборот, киберспорт развивает букмекеров? Особенно в Украине. Интересно очень. Да, спасибо за вопрос. Что касается развития, это видно просто исходя из того, сколько он готов вкладывать денег вообще в то, что его будут, как вы говорите, интегрировать и очень активно в эти мероприятия. То есть за счет того, что есть на рынке сейчас сложилась ситуация из пула там, 10, 20, 30 букмекеров, которые пришли из традиционного спорта, такие как Pinnacle, там, Betway и все остальные крупные, там тот же Parimatch, например, и так далее. То есть они за счет того, что их становится все больше, они хотят отхватить киберспортивную аудиторию, она растет и ее можно монетизировать, соответственно, они вкладывают много-много денег. А что касается в Украине, то тут могут почувствовать только те, кто занимается киберспортом. То есть если, например, там, пример удачных блогеров, да, которые рассматривают или делают аналитику в киберспорте, там кто кого обыграет, или какие-то лучшие моменты, или какие-то интервью кто делает на старгетином на Украину, ну или это просто украинские блоги, или, например, лиги, которые проходят в Украине. Это в меньшем случае, то есть, например, Старладеру повезло больше, мы помимо Украины мы охватываем вообще международное, да, то есть сообщество. Соответственно, нам проще монетизировать. Нас все равно смотрят украинские геймеры. И эти там 20% на русскоязычной трансляции, они будут ухвачены. А что касается второго вопроса, вы говорили там по поводу, кто кого развивает. Это, мне кажется, что больше развивают не букмекеры киберспорт, а киберспорт букмекеров, скорее всего, так. Ну, мне, по крайней мере, такое ощущение. Да. Это очень моя любимая тема. Давайте лучше последний вопрос. Потому что на это я могу рассказать бесконечно. Я работаю со всеми букмекерами именно в вопросах интеграции, технологий, алгоритмов и все такое. Вот это мне от нечего делать, я этим занимаюсь. И очень люблю эту тему. Здравствуйте, меня зовут Богдан. Вопрос непосредственно к Андрею. По поводу, вот вы завлекали юзеров с Твича как бы с помощью вот этой таргетированной рекламы. Я хотел спросить, были бы какие-то точечные такие кейсы,
которые дали больше всего прирост. И фидбэк вот от этого отдела аналитики вашего, ну, так вот в примере тупом представлю, то есть запустили рекламу у мальчика на стриме и у девочки. У девочки там в два раза больше. Или какие-то такие парадоксальные явления там в плане запуска рекламы и фидбэка от нее в количестве трафика. Да, я не ответил на предыдущий вопрос, он как раз хорошо, что он повторился, могу сразу ответить. Твича в процентном содержании очень мало, потому что в Твиче мало людей кликают как бы на ссылку. То есть Твич — это органика и директ, поэтому в разрезе эффективности это неэффективно, потому что очень сложно отследить, как, сколько это реально приводит регистраций и качественных людей. Потому что по линку кликает очень мало людей. Если сравнить с YouTube, то это было видно по статистике. Это 1 к 10, то есть 1 сейчас остальное с YouTube. YouTube намного дешевле для нас и эффективнее в плане размещений. Вот. Потому мы Twitch сейчас работаем прям вот только с теми людьми, которые делают нам классные интеграции, которые создают команду, да, или что-то делают креативное. В большом масштабе именно для нас работает YouTube лучше. Вот. Но я знаю другие кейсы, где Twitch лучше работает. Спасибо. Спасибо. Спасибо аудитории. Спасибо. Спасибо. Спасибо Red Bull. Спасибо большое. Ну, видишь, вот, да, есть.